Друзья, всех приветствуем на новом турнире бойцовской лиги «Наше дело». С вами Александр Стоун и Армен Гулян. Сегодня нас ждет развязка громкого конфликта между Женей Ершовым и Кириллом Корейцем. Напомним, что разница в весе между оппонентами 30 килограмм. А в со-главном поединке в супертяжелом весе встретятся Федор Колтун и Эльдар Тагиров. У Федора 6 побед подряд и ни одного поражения в лиге. У Эльдара 4 победы нокаутом в первом раунде в проф-ММА. Так что зрителям советую не пропустить этот поединок. А в главном поединке этого вечера мы с нетерпением ждем первый в истории России бой за титул минимально-весовой категории между Мариной Мирчук и Анной Софеевой. С нетерпением ждем данного противостояния. Ну а ринг-анонсер сегодняшнего вечера – голос российских единоборств Александр Загорский. Это наше дело. Мы начинаем. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать на турнир бойцовской лиги «Наше дело» с главным событием вечера – Софеева против Мирчук. И прежде чем первая пара поднимется в октагон, позвольте представить вам судейский корпус. Главный судья – Артур Шайхов. Арбитры – Кирилл Касьян, Милана Зайцева и Амир Гетинобагомедов. Рефери в клетке – Дмитрий Валуевич и Александр Шанс. Ваш судья-хронометрист – Константин Рудаков. Главный врач соревнований – Марат Тахаев. И команда катманов – Лучников Тим. Ну а комментировать турнир будут настоящие профессионалы своего дела – Вадим Фурсов и Роман Сафронов. Итак, вашему вниманию, трехраундовый по 5 минут поединок по правилам профессионального ММА в полулегком весе. И первым в клетку приглашается Никита Шевченков. Его соперник, невозмутимый Никита Тарасов. Представляю вам соперников. Боец в синем углу. Он из города Санкт-Петербурга. Ему 19 лет. Рост 173 сантиметра. Кандидат мастера спорта по К1 и панкратиону. Призер Кубка России по панкратиону и Северо-Западного федерального округа по К1. Рекорд в лиге 2-1. Он возвращается в клетку нашего дела, чтобы побеждать лучших, и намерен доказать это прямо сейчас. Вот он, по прозвищу Шкет, Никита Шевченко. А вот и его соперник в красном углу октагона. Он представляет Раменское, Московская область.
Ему 20 лет, рост 175 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо. Экс-претендент на пояс чемпиона Лиги «Наше дело» в полулегком весе. Он оступился в титульном бою, но лишь для того, чтобы взять разгон к званию сильнейшего в этом спорте. И он уже здесь. По прозвищу Камень Никита Тарасов. Ревери поединка Александр Шанс. Господа, это профессиональный бой, вы знаете правила, не нарушайте их, внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем, пожали руки по углам. Ну что ж, 66 килограммов, весовая категория, 3 раунда по 5 минут, Никита Шевченков и Никита Тарасов соответственно. Да, ну для удобства, наверное, будем бойцов называть по фамилиям, чтобы не путать. Вот. Одно очевидно в этом поединке, что выиграет здесь Никита. Не всяких сомнений. А вдруг ничья? Да. Итак, начинается поединок. Очень аккуратно так поддавливает Тарасов. Давай, да, постоянно не давай ему ничего, думать не давай. Передняя ручка тыкай постоянно. Да. Не давай думать. Не давай. Он думает, как отдавать. Выбрасывает переднюю руку, отходит. Да, пока очень осторожно начинается этот поединок, понимая, что большая мощь скрывается и у того, и у другого в руках. Ну и тут на ногах тоже идет такая перестрелка лоу-киками. И на сближении идут комбинации с рук. Неплохо хлестко отрабатывает Тарасов, выбрасывая лоу. Здорово, достает шкет. Ничего себе. Пытается поработать под ближнюю ногу, но, надо признать, Тарасов очень здорово вовремя ее убирает здесь, по корпусу решил проверить. Ух ты! Хорошо сейчас шкет сократил дистанцию и вошел с таким плотным тонажным ударом. Вообще характер боя всячески сигнализирует нам о том, что здесь может быть очень тяжелое попадание и досрочное завершение. Пока именно поэтому парни очень аккуратно действуют. Силовой джеб, и здесь размены, тут же амплитудный перевод, и пытается прихватить шею и выйти на удушение. Очень шкет. Плотная, да, гильотина. Фулмаунт не пускает. Камень поднимается не без потерь, конечно, через удары по лицу. Вынужден вставать. Камень. Здорово. Ух ты, как заряжается этот шкет. Обманул здесь за счет лоу-кика и тут же по голове разрядился Шевченков. Темп, конечно, невероятный с точки зрения насыщенности и событий по ближней ноге. Еще один внешний лоу. Не давай ему думать, Никит. Не давай, подергай. Раздергивает на уклонах, мидл кик бросает камень. Мне сперва показалось, как будто бы чуть ли не в пах пришелся этот удар, но в порядке все. Все, с Шевченковым, прошу прощения. И перевод. Нет, не состоялся. Вдогонку уже добросил куда-то Тарасов. Здорово. Хорошая комбинация. Меняет стойку. Никита Шевченков бросает хай-кик. Обводящий удар через руку. Шкет прямо прибавляет по ходу поединка. Да, здорово разбросался, стал увереннее себя чувствовать. Даже несмотря на то, что давно не дрался в нашем деле. В своей тарелке в целом находится Шевченко. Раздергивает передней рукой, подшагивает. Шевченков. Шевченков. А, нет, Шевченков, да, все верно. Шевченков. Сам себя зря поправил. Еще давление. Внутренний лоу. Ох ты! Красивый хай-кик. Ну так, красивый по исполнению, но не доведенный до цели полностью. Здорово. С ударом входит в борьбу. Вернее, пытался войти Тарасов. Да. И тут сдвоенный джеб и мидл кик. Тут же добавляет шкет. Благо, рука была у Тарасова на месте. И большей частью удар там пришелся в локоть. Здесь джеб.
подхватывает колено. В тайских традициях показывает, что ничего страшного. Ввиду пропущенного удара по корпусу Никита Шевченков. Дашкет очень уверенно идет вперед, разбрасываясь на ударах. И вот в этом плане Тарасову, конечно, необходимо контратаковать. Возможно, где-то на смещении. Да, на оттяжке назад. Влево, вправо, апперкот может зайти. Потому что привыкает Шевченков идти вперед и делать это успешно. Или вот так, да. Неплохая контратака от Тарасова. Здорово. И опять размен. Хорошо попадает. И вот здесь начал уже, казалось бы, в этом микроэпизоде перестреливать Тарасов. Ты обрати внимание, оба уже успели напропускать тяжелых ударов. Как держит хорошо. И один, и второй. Да, два колена от Тарасова под самый занавес. Но и это еще не все. Силовой джеб. Вот Шевченкова. Еще один размен. Перевод в исполнении Шкета. Но тут раунд уже истекает. Классный бой получается. Глоток сделал. Да, все это хорошо. Но внутренний бьет и часто к тебе приближается. Сразу левую свою подключай туда. Ты же видишь, доходишь. Шаг сделай просто. Смотри, с рук начал, заходи туда и там поотдыхай внизу, повяжи его, по добиванию делай. Понял? Но обязательно с рук начни, серию с рук. 2-3 удара с рук начни и проходи ноги. Понял? Итак, вторые 5 минут. Да, пока что ничего не ясно. Да, прошу прощения, ударно он очень прошла у нас концовочка предыдущего. Надеюсь, в таком же стиле пройдут все последующие. Бросается с ударом здесь Тарасов. Внешний лоу от Тарасова. И тем же отвечает Шкет. Ох ты, вот это размен. Уцепился здесь за ногу Тарасов, пытается догнать. Но очень такие размашистые удары получаются. И колено в итоге по корпусу от Шевченкова. Вновь на центре клетки парни. Подшагивает Тарасов и пропускает прямой. Джеб очень хорош в данном случае у Никиты Шевченкова на протяжении всего поединка. Очень хороший элемент, которым много получается сделать. Вновь между перчаток туда пропихивает этот удар и отвечает Тарасов. Да, да, тут каждый удар встречает такой же. Вернул вроде бы хорошо, но там уже соперника нет. Некуда бить. И еще одно попадание от Шкета. Через руку. Через руку, да. Так хлестко отрабатывал Шевченков. Подсбавили обороты. Вот здесь опять очень жестко пробивают. Да, я полностью согласен с твоей мыслью о том, как вообще эти парни держат удар. Просто потрясающе. Ведь попаданий-то много, и с одной, и с другой стороны. И не просто там прямыми, боковыми. Там еще колени в голову залетали. Просто такие чугунные лбы, да? Абсолютно точно. Вот это, пожалуй, один из самых акцентированных ударов от Тарасова. И попытка еще раз удвоить это преимущество. Снизу накидывал удары сейчас Никита Тарасов. Вот здесь под провал можно было поработать. Да, ой-ой-ой-ой. Да, тут прямое попадание в пах. Да. Даже никаких сомнений, в общем-то, не оставалось, что это нарушение правил. Уже конец раунда. Понимаешь? Никита. Да, сейчас, я думаю, распрыгается камень и будет готов к продолжению. Напомню, по регламенту до 5 минут есть. Максимально. У любого бойца, но не стал пользоваться этой паузой.
готов продолжать выступать дальше. Показывает, вытягивает на себя Шевченков своего оппонента, намекая на то, что можно здесь и поработать, и порубиться прямо в центре. Здорово, с левой залетел, но тут же пропустил сам. И продолжает давить. Тут немножко провоцирует соперника Шевченков. Пропускает сдвоенный джеб Никита Шевченков. Ну и пытается идти в контратаку. И встречает опять его джебом Шевченков. Тарасов. Неплохо с левой зашел, с правой добавил. Шкет. Попытка побороться неудачно, и вот здесь застрял. Прихватывает и наносит несколько ударов. Как заправский хоккейный тавгай. Точнее, теперь Тарасов. Здорово так на смещении. Еще один же от Шкета. Да, очень большая статистика будет по ударам, я так понимаю, особенно по тем, которые дошли до цели с левой вот здесь. Еще одно попадание. Крепко. Все чаще и чаще, кстати, Шкет начинает попадать. Немножко подвигался, вновь добавил, сам пропустил, но с левой обманное движение, и левый боковой опять влетает в челюсть. Попытка побороться со стороны Тарасова, и вот теперь тейкдаун оформлен. И вот как проявит себя в этом положении парни, сейчас мы понаблюдаем. Пока Шевченков очень здорово работал из этого положения, прихватывал и активничал достаточно, да, и продолжает, кстати. Позиция гард. Никита Тарасов пытается обеспечить себе оперативный простор, бьет корпус, голова. Пока что амплитудно, мощно вкладываться в удары не получается. Вот локти подключает к своей работе. Раунд у нас тем временем заканчивается. И вот видно концовка, волшебное слово, после которого начинают рубиться парни очень активно. Аптиками отвечал Шкет под занавес. Пятиминутки. Я бы хотел отметить по, в принципе, работе бойцов, что он такой, этот цветок раскрылся, да, мы увидели очень продуктивную работу, и с той, с другой стороны, опять же, держит удар абсолютно невероятно. Но вот в третьем, опять же, на фоне усталости, на фоне пропущенных ударов, каждое последующее точное попадание может стать последним. Это достаточно очевидное наблюдение, но учитывая вот просто объем, тоннаж, да, который принимают оба, здесь это особенно очевидным кажется. И травую подключай. Ты вот сделал раз, он ответил, ты ему туда сразу же. Вот это четко заходит. Раз, два, тянулся, сразу ушел, насыпаешь туда. Два раунда, смотри сюда. Осталось только вот теперь все, вот хасият надо показать, понял? Вот теперь остался только характер. Заключительный. Третий раунд. Двигаемся дальше. Вновь просто встают в исходную друг напротив друга, да, для того, чтобы наносить вот так просто по очереди или одновременно эти жесткие удары и при этом продолжать в таком же ключе дальше. Ох ты! Здорово справа попадает камень. Отвечает ему тем же Шкет, и камень идет в ноги. Есть тейкдаун, но Шкет моментально встает. Здорово, великолепная работа. Хотя вроде казалось, немного был потрясен. Продолжает отвечать. Хайкик бросает Шевченков. Он же Шкет. И двойкой завершает эту комбинацию. Еще больше раскрывается поединок. Мы движемся как будто бы к какой-то кульминации. Готовят нас к этому парни. Меняет стойки. Никита Шевченков пропускает справа. И в ноги идет камень. Ну, подобное мы уже что-то видели, да, когда в гарде, это было во втором раунде, работа из гарда связывает, старается вязать Шкет. Ну, я думаю, сейчас опять локти начнет подключать камень. Что еще остается? Там нагружает ребра, уже есть
такие области красные на белой коже, они особенно видны, хорошо с левой в голову. Вообще, в принципе, положительное впечатление оставляет Тарасов из вот гарда, да, где он работает сейчас. Очень хвалят локти из угла Шевченкова. Корпус, голова. Да, тут очень Максим Намитов так ярко пытался подсказать, что слишком близко находится к сетке. Его тут же попросили отойти. Я думаю, еще раз сейчас это сделают. Отбивается сейчас Шкет. Ну вот затянулся как-то гард, да? Достаточно долго в этой позиции проводят остаток поединка бойцы. Да, причем левую и правую руку, соответственно, связали и работали только левой и правой с другой стороны. Тут, да, нельзя сказать, что кто-то кому-то в данный момент... Ой-ой-ой, что сейчас было? Локоть был. Челюсть очень хорошая. Ну, все легитимно, да. Да, еще раз пытается то же самое провернуть Тарасов. Ой-ой-ой, как активно начал проводить. Эти мгновения пытается еще ноги высоко держать здесь Шевченков. Но нет, не до этого. Здесь лучше защищаться. Локоть уже не дошел до цели. Ну, тут еще понятно, что тяжело выбираться из-под соперника на исходе третьего раунда, когда сил отдано немало. Опять Никита Тарасов подключает локоть. Корпус, голова, отрабатывает камень. Ну, тем не менее, смотри, вот последствия пропущенных ударов, они налицо. Впустую не прошли, да, тут у Шевченкова заплыл фактически один глаз, и локти продолжают лететь. Вот этот, кстати, прости, что перебиваю, эпизод может быть определяющим. Абсолютно точно, там еще и выпадает капа. У бойца он ее сам вроде бы заправил на место, но видно, что очень тяжелые были попадания. Абсолютно точно. Опять локтями добивает Никита Тарасов. Ну и говорят, минуту потерпеть, это, наверное, все-таки по отношению к Шевченкову. Дотерпеть эту самую минуту, иначе, если не дотерпеть, можно проиграть. Еще один локоть. Ну, по сути, Тарасов сейчас вырывает победу. Может, мы, конечно, немного вперед забегаем, но вот если ничего не изменится до финального гонга, то так оно и будет. Как минимум раунд наверняка. Да, бой близкий. За ним раунды ровные, а здесь вот концовка. С очевидным доминированием. Да, непросто, конечно, даже эти удары наносить, потому что так и держит в гарде Шевченков Тарасова. Но, тем не менее, удары прилетают ему. Очень отечная вот эта правая сторона лица у Никиты Шевченкова. Туда вот регулярно с левой залетают удары. Да, на характере уже дорабатывают оба. Опять локти, опять корпус, голова. Вот этот весь арсенал применяет Никита Тарасов. Умудряется вытолкнуть Никиту Тарасова и все. Ну, тут, по-моему, раздосадован несколько Никита Шевченков. Или нет? Нет-нет, наоборот. Или доволен собой? Все в порядке. Полагает, что он победил. Итак, дамы и господа, по завершении трех раундов боя все судьи были единодушны. В этом поединке со счетом 28-28 объявляется ничья! У нас дрались два Никиты. У обоих в нашей лиге рекорд 2-1. И прибавляется к этому рекорду ничья. Никит, приглашаем тебя на середину. Тяжко. Сейчас. Никит, можешь говорить?
Просим тебя на середину. К Никите Тарасову мы чуть попозже обратимся. Никит, на самом деле... Проходи, спасибо. Только недавно обсуждали момент того, что я лично вообще очень сильно ждал твоего возвращения к нам в клетку. Я говорил, что несмотря на твой юный возраст, то бои, которые ты здесь показывал, закатывал, сегодня ты убедил всех в этом вдвойне. Вы показали настоящую зарубу, сколько было ударов выпущено в обеи стороны, и то, как вы стояли, шли до последнего, но это дорогого стоит. Вообще. Друзья, хочу напомнить, что Никите Шевченко 19 лет. И крайний свой поединок в нашем деле он провел в 2001 году. Он начал свою профессиональную карьеру еще до совершеннолетия. И ты уже в этом возрасте показываешь такие шикарные бои. А каково вернуться в клетку нашего дела? Всех приветствую. Спасибо за то, что пришли меня поддержать. Многие люди. Спасибо моей команде. Агрессору. Спасибо Арсену. Пацанам с команды. Максу от души. Спасибо за то, что приехал поддержать. 2 года меня здесь не было. Я ушел в армию, отслужил. Рад сюда вернуться. Очень сильно. Спасибо за такое предоставление возможности подраться с таким хорошим соперником. Никит, ну это шикарная заявка. Я думаю, в ближайшее время тебя будет ждать контракт нашего дела. И мы с нетерпением ждем следующего твоего поединка. Спасибо большое, буду ждать. Спасибо. Спасибо большое за бой. Никит, просим тебя на середину. Никит, отличный поединок. Хороший, крепкий соперник, но твой бойцовский никнейм «Камень» говорит о том, что ты сделал не из слабого материала, и ты идешь до конца. И под конец боя, в конце второго раунда, в третьем раунде уже было видно, что ты подобрал ключи. Ты искал момент для входа в борьбу под свои удары. Это не происходило. Как только ты перестроился, ты начал навязывать ему свою работу. Поделись эмоциями и как ты думаешь, чего не хватило именно для того, чтобы уверенно судьи отдали бой в твою пользу? Я думаю, все хватило. Я забрал 2 раунда. Один первый дал поработать, посмотреть, что он умеет. Вот. И второй и третий, я думаю, я полностью забрал. Вот. Я хочу поблагодарить свою команду, семью, потому что они мне все время со мной рядом. Меня поддерживают, чтобы со мной не происходило, всегда рядом. Александр Дайков, он мне как отец, благодарю его за все. Вот. Эти месяца были очень тяжелые. Вот. Но я хочу сказать так, чтобы с вами не происходило, идите к своей цели, чтобы вас не останавливало. Идите, и все, вы добьетесь. И увидимся на вершине. Никит, это не поражение. Это ничья, и это дополнительный опыт в твою копилку. Вы, я скажу еще раз, 2 максимально перспективных молодых спортсмена, за которыми я лично буду с удовольствием следить дальше. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Можно слово? Юрий. Да. Юр, приветствуем. Приветствую, Армен. Всех приветствую, друзья. У меня обращение к Артему Рофалю. Я съездил недавно в Хабаровск, забрал там не побежденного человека пояс. Теперь я приехал сюда забрать твою голову, если лига не против. Уверенная заявка. Будем ждать ответа от Артема Рофаля. Я думаю, чемпион Дальневосточной Федерации Панкратиона соответствует тому, чтобы дать позицию нашему бойцу Артему Рофлю. И боец Golden Team. Я думаю, это интересное противостояние, которое мы с удовольствием обсудим на нашей пресс-конференции. Никит, еще раз спасибо за поединок. Ты такой молодой, а весь уже в татуировках. А ну-ка давай, рассказывай, что ты тут себе наклеил после жвачки Малабар. Тут их много очень. Это еще фигня. Сейчас я всю руку, всю ногу забивать буду. Чем будешь забивать? Машинкой татуировочной, как? Чем? Я имею в виду эскиз какой. Понятное дело, что не... Привет, на следующем, может, турнире увидите. Там вообще по кайфу будет, вообще. По кайфу? Прям эта надпись будет на всю ногу? Не, надпись на спине будет, вот так на позвоночнике. По кайфу? Не по кайфу. Реально надпись по кайфу, но написано не по кайфу. Дамы и господа, мы продолжаем. И бойцовская лига — наше дело!
представляет вашему вниманию трехраундовый по 5 минут поединок по правилам профессионального ММА в легчайшем весе. И первым в клетку приглашается амбициозный дебютант. Встречайте, Джумали Латинос Напиев! That volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. Yo, 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 yo. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, damn, it's then you gon' pay up. Yo, 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 yo. Yo, crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up. Way up. Вот и его соперник, молодой проспект Эркин Пратов! Итак, знакомьтесь, в синем углу боец из города Хасавюрт, Республика Дагестан. Ему 21 год, рост 171 сантиметр. Он мастер спорта международного класса, чемпион мира и победитель Евразийских игр по полноконтактному рукопашному бою, чемпион России по ММА и всестилевому карате. Он сочетает в себе дагестанский дух и латиноамериканский бойцовский стиль. И продемонстрирует это прямо сейчас. Вот он, Джумали Латинос Напиев! В красном углу клетки его соперник из столицы, города Москвы. Ему 20 лет, его рост 170 сантиметров, мастер спорта и обладатель Кубка мира по боевому самбо, чемпион России по панкратиону. Его профессиональный рекорд — 3 победы, ни одного поражения. Несмотря на юный возраст, он уже закатил побоище в дебютном бою в лиге, а сегодня намерен повторить успех с новым соперником. Приветствуйте, Эркин Молодой Рота! Рефери поединка Дмитрий Валуевич. Парни, правила знаете. Внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 5 минут. Покажите красивый. А главное, честный бой. Руки пожали. По углам. Ну что, друзья, первый поединок в карде. Джумали Латинос Напиев против Эркина Молодого Пратова. Ну, действительно, 2 молодых парня. Там разница всего лишь в 1 год и в 1 сантиметр в росте. Тут надо отметить, конечно, что у Эркина Пратова рекорд по серьезнее. Уже 3 боя, 3 победы. Так что, в принципе, для Джумали серьезное испытание сегодня. Хорошая попытка крутануть вертушку. Хайкик в ответ. Молодые парни по традиции открывают, собственно говоря, карт. И очень уверенно действуют. Ух ты, рубящий удар сверху. Опять атака от Пратова. Ну и да, друзья, надо, конечно, заметить, что это профессиональный поединок. 3-5 с разножки идет атака от Латиноса. Да, универсалы парни, исходя из их бэкграунда. Ух ты, хайкик. Здесь здорово руками показывал, и потом вдогонку еще хайкик добросил. Очень опасно было. Здорово. Размашистый удар. Да, и через удар заходит в ногу Джумали Напиев.
укладывает, казалось бы, едва-едва не перешел на себя, на армбар. Да. Ничего себе. Надо быть готовым ко всему здесь, в данном случае, Джумали Набиеву, потому что Пратов мгновенно, даже находясь на конвасе, может перейти на болевой или удушающий. Но, как мы видим, да, здесь он предпочел не... Ну, выбросил один удар и не углубляться туда дальше, в конвас, и дал возможность подняться сопернику. Теперь борьба у сетки. Да, немножко завязались. Не удается пока перевести Пратова. Здесь хорошо он прихватывает за правую руку. А вот с короткого расстояния ударить, в принципе, Джумали пытается, и временами получается. Вот колено все-таки туда проходит. Да, два колена уже, два удара коленом успел выбросить Эркин Пратов. Разворачивает Джумали. Хорошая попытка бросить. Еще одно колено в корпус. Ой-ой-ой, а вот это попадание да, в пах. Да-да, тут четко в пах. И будет дано время на восстановление. Каждый будет попадать. Подыши, подыши, есть время, подыши, подходи. Готов? Готов? Тайм. Пойдем! Возобновляется поединок. Можно продолжать. По внутренней ноге. Лоу-кик. Идет вперед Набиев. По корпусу наносится удар. Фронт-кик и бэкфист. Еще попытка раскрутить вертушку не удается, и опять с разножки. И состоялся все-таки перевод. Хорошая работа сверху. Получится ли здесь активничать? Апкики идут в ход. Хлещет здесь Джумали. И шею удастся ли здесь прибрать к рукам? Лидл кик. Немного размена. Ох ты, вот это зрелищно получается у Джумали и Эркина. Да, Пратову прилетело в конце этого размена. Пытается он сам зацепить справа и на сближении. Поддавливает. Давление. Ух ты! Ух ты! Вот это, да, фактически торнадо, да, получилось. А попал, судя по всему, и здесь начинает добивание. Да, серия добиваний пошла сверху. С левой, с правой удары. Тут защищается ногами Джумали. Ой-ой-ой-ой. Так, опять в пах. Да, есть попадание в пах, и здесь нужно будет восстановиться. Видно, что неумышленное было попадание, как минимум, по лицу Джумали Набиева. Но не собирался он. Здесь, хотя по логике, наверное, действий как раз-таки пауза выгодна здесь самому Джумали. И об этом сейчас как раз говорит Валуевич, что, мол, следующее нарушение может уже... Да, до минус балла дойти. Ну, в любом случае, поединок возобновляется. Поджимает Эркин Пратов. Последние хороший, секунды первого раунда. Хороший сайд-кик. Ух ты, вот это было тоже интересно. По задумке. Да, и под занавес рубящий удар от Пратова.
что вообще не работаю? Вот ведро они сюда принесли. Работай, бля. Забился, конечно, бля. Расслабься сейчас, полностью отдышись, бля. Отдышись, бля. И... Красавчик. Брат, как по книжке работаешь? Все хорошо. Медленно выдыхай. Носом. Вот, останешься. Все хорошо. Дорогой! Двигаемся дальше. Так, второй раунд. Поддавливает Пратов. Ух ты! И сразу летит вперед Джумали с ударами на руках. Пытается еще достать справа, опять поддавливает. Да, поджимает Джумали Набиев. Хайкик, навстречу отработали. И... с разножки колена в прыжке. Джумали здорово достал все-таки до головы там как минимум единожды. Еще колено. Сайдкик. Да, и боковой контроль обеспечивает себе Иркин. Да, вот здесь может быть опасно, потому что тут же локти достает. Просто как оружие настоящее из кобуры. Локоть добавляет еще один. Ой-ой-ой. Да, и пока не может остановить даже вот эти с короткого расстояния удары локтем Джумали Набиев. Пратов очень заряжен, и как раз это то, о чем, собственно, ты замечал, что нацеленность на досрочное завершение очень большая. Надо производить впечатление, надо себя зарекомендовывать. Да, это второй поединок в нашем деле, тем более в предыдущем Иркин выиграл решением. Но... и мотивация его объяснима. Да, у Джумали Набиева дебют, и, в общем-то, здесь надо переворачивать ход этого боя, потому что уж очень здорово контролирует Пратов сверху, работает локтем опять же. Кстати, не пересаживается в фулмаунт, что интересно, не улучшает да, позицию. Хотя, по-моему, все возможности есть сейчас. Резкий рывок и здравствуйте. Здесь еще локоть, еще справа. Но вполне возможно, что более комфортно именно из этой позиции чувствует себя прямо вот здесь и сейчас Иркин Пратов для нанесения как раз-таки вот этих ударов локтем. Тут и по корпусу второй рукой добавил. И ух ты, локти все тяжелее и тяжелее влетают. Да, отвлек немножко, поработав на корпус, именно рукой и ногой. И здесь опять терзает с правой. Просто без остановки, как машина работает Иркин. Да, видно, очень по тяжело. Корпусу. Терпит Набиев. Еще локти. Апкиком отвечает сейчас Джумали. Ну вот, кстати, да, апкики такие удары редкие, но меткие. Я думаю, ты тоже в своей комментаторской практике помнишь, да, как один атлет, казалось бы, в очень печальной ситуации вынес соперника. И тут пропустил удар с разворота Джумали. Да, хорошо коленом влетел после серии от Пратова. Нужно подниматься, нужно вставать и работать стойки. Просто потому, что Иркин не лезет в борьбу. И видно, что немножко наработался, наелся уже Джумали Набиев по характеру движения. Ты видишь? Хорошо, кстати, стойкость демонстрирует. Джумали, что бы там ни было, да, встает и продолжает биться. Ух, едва Бэквист не попал под этот прием. Меняет стойки Джумали. Колено в корпус. Да, захват не удался. И, в принципе, тут же добавить Набиеву тоже не удалось. Поддавливает Джумали. Стопер. Бросает Иркин. Хорошее колено какое. Да, в ребра оно пришлось. И видно, сразу перекрылся. Вот здесь по блоку и навстречу еще с правой. Ох ты, высекающий лоу. Очень жестко. Ну, тут преимущество одного бойца вырисовывается очень очевидно. Ну, бэк-элбоу бросает Джумали и сам же падает. Потеряет равновесие, чем пытается воспользоваться. Много пропускает лежа на канвасе. Там зацеп за экипировку, но он не был намеренный. Диагональный контроль. Очень хорошо. Если здесь удастся правильно оттянуться
Пратову немножко от своего оппонента, вот увеличить эту амплитуду. Да, совершенно верно, вот эти локти могут стать абсолютно точно фатальными, роковыми в этом поединке. Обходит защиту, и тут хаммерфистов несколько наносит. Апкиками пытается опять же защищаться, отбиваться. Джумали Набиев разворачивается, раунд истекает. Ну и на предлагает подняться. Да, и на счастье, наверное, все-таки он заканчивается, потому что работаем. Очень много ударов пропустил, ну и все. Да. Да, в уважительной форме проходит этот поединок. Ты да, уже концов хоть делай. Мокрый не был, нельзя. Да. Капу. Свою работу. Капу, брат. Давай, свою работу делай. Все так же. Заключительный третий раунд. Итак, третий раунд. Да, начинает его Пратов достаточно активно, понимая, в каком ключе проходил предыдущий отрезок. Удар вопросом до этого. Сайд-кик. И здесь просто прижимает и начинает потихонечку напрягать вот своими постоянными активными действиями Джумали Набиева. Хотя тут пошел вперед. Опять хай-кик бросает. Вот нравится мне техника ног, конечно, у Иркина Пратова. То есть, обратил внимание, уже не первый раз он, то есть, выкидывает ногу и уже в воздухе доворачивает. В лучших традициях Люка Рокхольда. Да. Вновь давление от Пратова. Просто он выцеливает и ищет возможность попасть по свободной зоне, которая освободится в результате финтов, действий. А так, вот... и что, оформит ли тейкдаун сейчас Джумали? Да, так ярко пошел вперед. И сам в итоге отдает спину. И тут же начинает нагружать его Иркин Пратов из этого положения. Да, корпус, голова. Пытается переворачиваться Джумали Набиев. И снова вынужден уходить в защиту. Я думаю, Иркин опять даст ему подняться. До этого хороший плотный удар с левой прилетел в голову. И все это не идет на пользу функциональному состоянию. Джумали продолжает пропускать. Все менее-менее уверенно держит руки возле головы. Идет вперед, рубится. С разворота бьет по корпусу ногой. Иркин Пратов. Лоу-кик. Да, полностью под диктовку идет поединок Иркина. Он сам распределяет активность, сам понимает по своим силам, можно ли ему атаковать, с какой частотой это необходимо делать. Здорово. Попадает, да, неплохо сейчас передней рукой Иркин Пратов. Да, особенно если еще экономишь силы и вот так выцеливаешь в поисках позиции. Ну какая вертушка была. Тут уже, знаешь, по-моему, немного так для публики работает Иркин Пратов. Понимает он, что бой ему дается, все хорошо. Поджал он Джумали, перевел. И да, тейкдаун. Ну вот сейчас что, опять проигнорирует работу на канвасе. Да, приглашает вставать. Тяжело поднимается Джумали. Очень нелегкий для него поединок. Попытка здесь и Монари ролл, и здесь скрутить пятку. Как последний шанс, наверное, в принципе, в этом бою. Еще один, как за поплавок в открытом море сейчас уцепился Джумали Набиев. Пытается вывести. И опять уходит Иркин из-под этого приема. И вот сейчас будет идти на удушение. Это ручной треугольник. И здесь все, я думаю, может сделать Пратов. Для через того, чтобы... руку душит. И, по-моему, отключается. Все. Да, все. Все, дамы и господа, победитель Иркин, молодой Пратов. Да, в себя только начинает приходить Джумали Набиев. Очень тяжелый был захват. Просыпается из этого сна. Тут, да, нужно вмешательство медиков. Ну, на классе все сделал Иркин. Очень здорово. Причем
Он утомлял и утомлял своего оппонента до тех пор, пока не получилось вот просто как будто вот в конструкторе две детали друг в друга встают, и он сразу же упал в этот прием и тут же довел все до ума. Ну и вообще Иркин, я так понял, решил в этом бою опробовать все варианты техник, которые у него есть, и которая лучше сработает, на ту и будет сделан упор в итоге. Дамы и господа, время остановки поединка 3 минуты и 2 секунды заключительного третьего раунда. Удушающим приемом ручной треугольник победу одержал Эркин Молотой Рата! Эркин, просим тебя на середину. В первую очередь поздравляем тебя с победой. Хороший красочный бой. Несмотря на то, что достаточно крепкий соперник, ты показывал доминацию, ты показывал желание продемонстрировать широкий свой технический арсенал. Приветствую наше дело. Бомбовая лига. Что хочу сказать сопернику быстрее, чтобы он восстановился. Я хочу сейчас чуть отдохнуть. Я что-то 2 боя вот так провел. Если честно, чуть подустал. Не знаю, почему так. Из-за... Свои 21 год. 20. Брат, это третий раунд просто, понял? В третьем раунде... Не-не, я еще перед боем говорил, что я хочу отдохнуть, потому что я хочу еще в дальнейшем драться, 25, в 30 лет, а не вот так, чтобы до 22 и карьеру свою закончить. Короче, ты на взлете завершаешь карьеру. Не, не на взлете. Временно. Месяц отдохнуть и газанем. Так что, кого вы доедите следующим, уже без разницы, вы видите, первый соперник хороший, второй соперник хороший, третьего тоже можно хорошего, разницы нет. Спасибо большое Лиге, моим родителям, конечно же. Пацанам, которые у меня в углу, там много кто приехал поболеть. Похлопайте, покажите, что вы здесь. Эркин, да. Второй бой с конкурентным соперником, серьезным соперником. Ты показываешь отличную технику. У нас также очень много спортсменов в последнее время появилось в весовой категории 61 килограмм. И я думаю, пришло время сформировать рейтинг и сформировать уже титульную историю. Я думаю, такими боями вы этого заслужили. Спасибо большое. Да, я был бы не против забрать этот пояс. Почему бы и нет. Все, спасибо большое всем. Лига — наше дело. Бомбово нас встречает, бомбово нас провожает. Так что люблю вас. Шамиль Абдуллаев, наш коуч. В тот раз я забыл передать ему привет. Так что пламенный привет, коуч. Джумали, можно тебя, пожалуйста? Ох, надо было нам к тебе, наверное, подойти. Да. Джумали, первый раунд достаточно конкурентный. Потом что-то не пошло. Ты выжидал, ты ждал оппонента, ты проявил характер, ты до конца бился. Но скажи, чего не хватило для того, чтобы навязать ему свою игру? Или думаешь, этот момент связан все-таки с, может быть, дебютом, переживания какие-то некие? Всем здравствуйте, наше дело. Благодарю за... такую возможность проявить себя. Вышел, хотел оставить его себя здесь. Хотел показать. Я еще не показал, на что способен. Я способен на большее. Напомню, что Джумали является мастером спорта международного класса. Я думаю, эта неудача для тебя должна стать временной, и ты должен вывести из нее уроки, которые помогут расти тебе дальше. Спасибо большое за поединок. Всем организаторам, всем спасибо, вообще наше дело. Я считаю, самая достойная лига в России. И думаю, будет еще лучше. Спасибо большое. Вам спасибо, большое спасибо Джумали. За этот поединок. Восстанавливаюсь. Была ситуация во время поединка, когда угол оппонента кричал: «Все, добивай, он уже закончился». На что Джумали сказал: «Нет, еще не все». Так что парень с бойцовским характером и... нашим зрителям решать, продолжит ли он дальше возможность проявить себя именно в нашей клетке. Шашки, пешки, чашки, рашки. Такая песня есть у Стона Сашки. Богодомка, ты что, с Назиром переобщалась? Ты глянь, рыбчина уже просто стелится вот так вот. Скоро боготовка будет все, на всех сценах, понимаете? Олимпийский скоро соберет. Ты будешь уступать, я у тебя на разогреве. Да, только Олимпийский снесли, блин. Вот, на, потому что он Олимпийский, а русский построят. Российский. Да.
Народ, залетайте на российский видеохостинг Рутуб. Там вы найдете тонны эксклюзивного контента, мощнейшие бои, конференции, а также шоу, авторские блоги, фильмы, сериалы и многое другое. Подписывайтесь на Рутуб канал «Наше дело» и смотрите первыми новые выпуски каждый четверг. Не пропусти. Дамы и господа, нас ждет развязка конфликта, где на кону стоит гораздо больше, чем победа. На кону стоит мужская честь и достоинство. И вашему вниманию трехраундовый по две минуты поединок по правилам «Наше дело» на руках. Я, мы все здесь тогда общаемся. Тогда сиди, это подожди. Не слышишь, не ты, ты меня плохо услышал. Не ты, пришел, ты меня поговорить плохо пришли. Услышал. Я тебя вообще не слышу. Ну тогда все, мимо сиди, летит просто твой воздух, все. Мимо летит воздухан. Ты просто сиди, ты слышь, очень сильно воздушный стал. Что ты рыпаешься? До кого ты рыпаешься? Что это? Ты что, шлюха? Ты на кого рыпаешься? Ты что, сядь, посиди, слышишь? Ты, кепочки, мудила. Ты на кого рыпаешься, мудила тупая? А? Ты просто хайпа хочешь, без понтового. Хайпа? С тобой? Кто ты такой? Тогда ты бы сидел молча бы просто ты и все. Ты ничтожество, и я тебе это обозначаю. Че, угораешь? Да иди, ну я все равно, ты меня пугать будешь? Ты, короче, ты кто просто такой? На улице 60 килограмм ярость. Рей, готов с ним на минутку выйти? Ну, боксер перчатки. Да. Погнали. Готов, Кирилл? Я готов. Атакуэйшн! Уважительно общаются с нормальными людьми, адекватными. И первым. Добро пожаловать в октагон. Восходящая звезда индустрии. Кирилл Кореец. Ты хочешь денег и большой любви, но встать с дивана не хватает собственного ви. Ты врос в эти места, это твоя кома, эти серые панельки, серые дома. Хочу улететь из русского гетто, перевернуть эту планету, ракета космос. Взлетаем, девочки смотрят, девочки тают, но ты сыкло, и ты сыкло, и ты сыкло, и ты сыкло. Для своей маленькой жизни ты не сделал ничего. Хочу улететь из русского гетто, перевернуть эту планету, ракета космос. Взлетаем, девочки смотрят, девочки тают, но ты сыкло, и ты сыкло, и ты сыкло, и ты сыкло. Для своей маленькой жизни ты не сделал ничего. А теперь встречайте его оппонента, скандально известный Женя Ершов! В синем углу клетки. Боец, представляющий город Королёв Московской области. Ему 27 лет, рост 175 сантиметров, а вес 64,5 килограмма. За его плечами 5 лет занятий тхэквондо. Он долго пытался попасть в индустрию, а теперь создает ажиотаж каждым своим появлением. Его не пугает разница в габаритах, ведь он знает, что мужское слово весит гораздо больше. Вот он! Известный как кореец! Встречайте, Кирилл Лапшин! А в красном углу клетки его соперник, представляющий Краснодар. Бойцу 24 года. Его рост 192 сантиметра, а вес 101 килограмм ровно. Он бесстрашный блогер-боец, на счету которого 3 досрочных победы в первом раунде на «Нашем деле». Его аудитория в соцсетях насчитывает больше 13 миллионов подписчиков. Сегодня он намерен показать сопернику, что полученный хайп не стоит потерянного времени. Приветствуйте, Женя! Your song!
Фредди Рябединко, Александр Шанс. Бойцы на центр. Господа, правила знаете, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. По углам. Ну что, друзья, 3 раунда бокса по 2 минуты. Кирилл Лапшин против Жени Ершова. Развязка долгожданного конфликта, как сказал Александр Загорский. Посмотрим, кто у чьих Ботфорд сомкнет свои колени. Помнишь, как пел Д'Артаньян когда-то? Да, именно так. И здесь огромная разница и в росте, и в весе. И это возможно только лишь при серьезном конфликте. Лига в этом плане идет навстречу. Для того, чтобы парни выяснили отношения абсолютно легальным способом. И первым начинает постреливать Ершов, но пропускает челюсть. Да, и тут кореец мощно выбрасывал 2 боковых. Начинает он теснить Ершова. Разница в весе колоссальная. 36,5 килограммов. Но, как мы видим, тут да, битва Давида и Голиафа, да, получается. Очень плотно попадает сейчас Женя. Просто одного удара или двух, может быть, достаточно для того, чтобы отправить на канвас корейца. А, соответственно, Кириллу Лапшину нужно будет двигаться хорошо и постреливать до тех пор, пока не упадет его оппонент. Вот здесь. Ну, Кирилл идет вперед. Ничего не боится. Нисколько не тушуется перед массивным оппонентом. Очень опасный правый через руку или правый прямой у Жени Ершова, и он продолжает этим ударом периодически попадать. Давит Лапшин. Пропускает джеб, ищет корпус. Раздергивает передней рукой Кирилл кореец. Корпус пробивает и попадает. Глухой нокаут, по-моему, нет? Ну, не глухой, но такой ощутимый. Александр Шанс открывает счет, но, по-моему... Что это? Все, полотенце. Да, нет смысла продолжать, потому что второе такое попадание и до свидания. Восстановиться будет тяжелее. Поздравляем Женю Ершова. Ну, не мудрено, опять же. Заслуженной победой. Один удар, как мы и сказали, решил здесь все. Нельзя пускаться в размены, конечно, с соперником, который превосходит тебя в таком количестве в весе. Действительно, корейцу нужна была какая-то тактика, которой надо было придерживаться. Вот так бросаться с шашками наголо было смело, отчаянно, но, по сути, бессмысленно. Была драка, обычная драка уличная, а техника отходит на второй план, когда эмоции захлестывают, все равно меня он выбесил, все его братики кенты все это время писали, даже вон этот чувак, который арену раньше вел, матчмейкер, не тебе, я в тебя, тормози, это не тебе, успокойся, ты мне не нужен. Я не про тебя. Я с тобой потом еще позже поговорю, что ты на конференции сказал. Что было? То, что ты мне сказал. Вот там нужно было говорить, понял? А сейчас слейся отсюда. Давай. Я спрошу Зайцева. Бойцы на середину. Бойцы на середину. Что ты сделал? Иди в очко, понял? Евгений, на середину. Кофту, да? Уйди, кофту. Не дай бог эта сука ко мне подойдет. Подойди. Я ты извинялся в тот раз. Да, пошел. А что ты хочешь? Я за свои слова извинился, за мать. Я за мать извинился, я лишнее сказал. Я не извинялся. Я не извинялся. Да иди ты тут тоже, толпа. Кто после тебя еще повыше подойдет? Матрешка. Успокоились, бойцы на середину. Жень, на середину. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл.
Кто вел арену? Вот я про него речь сказал, что он меня пугал, в раздевалке, вот что я говорил. И про нее не жил. Сейчас дискуцируешь на середину. Бойцы на середину. Бойцы! Сюда! Итак, дамы и господа, время остановки боя минута и 53 секунды первого раунда. Победа нокаутом одержал Саня Киршов! Жень, на середину. Потом меня жил по мужской спрашивают. Все, да, не Жень, поздравляем тебя с победой. Достаточно для тебя именно опасный спорный поединок в том плане. Да ты погуляй. Все, Жень, сейчас со мной разговаривай. Достаточно для тебя спорный поединок в том плане, что в случае твоего поражения ставки высоки, там, одержал. Но если ты проигрываешь, к тебе вопросы, потому что ты проиграл того, кто был легкий. Но это был вопрос именно вызова конфликта и решения вопроса именно в спортивном рульце, чтобы это не вытекало на улицу. Что ты можешь сказать после поединка? Скажи мне вот одно. Мне предложили этот бой в моменте, у меня с человеком другим бой должен был быть. Я согласился только потому, что мне в моменте сказали, с ним бой, с ним минутка, с ним нужно сделать бой. Я назад не сдаю никогда. Я сразу говорю, у меня будет вес такой-то, такой-то. Я не выделался, я не красовался здесь, не выделался, что я выиграл, я этой победой там не горд. Нет, Кирилл принял этот формат поединка, и вес его не смущал. Так же, как он вышел в формате минутки. И мы видели, что там история конкурента. И здесь была история конкурента. Но один пропущенный удар решает все. Кирилл, я ни разу не сказал. Я сказал сразу, что здесь компенсация на то, что чувак более-менее спортик в плане того, что он занимается, живет этим. Я медиа, который занимается сейчас уже намного меньше, чем раньше, потому что времени нету, реально нету времени заниматься. Но я все равно, здесь компенсация вес, его опыт. То есть, все по сути равно. Есть поединок. Принятые условия, есть победитель. Все. Жень, к тебе чуть позже вернемся. Кирилл, просим тебя на середину. Кирилл, в твоем мужестве ни у кого нет сомнений. Ты тот человек, который принимает любые вызовы. И данный бой, мы понимаем, что решил один удар. До этого момента, я уверен, по очкам, по восприятию зрителей, этот поединок вел ты. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Всех приветствую, здесь кореец. Что хочу сказать, у меня никаких отмазок не будет, шальная пулька залетела, я здесь, победитель есть, он красавчик, победил, но ему респекта я не выдаю. Хочу сказать, здесь я надолго, я подписал контракт, я здесь буду газовать, я буду здесь побеждать, здесь большая история начинается, и это именно Кирюха Кореец. Запомните, время тик-так, здесь Кирюха Кореец. Ладно, хочу еще сказать одно. Александр, Армен, благодарю всех, кто приехал и кто искренне болел за меня и в глазах видит тепла вашей семье. Пусть ваши дома наполнятся теплотой. В общем, у меня в детстве было много проблем. Я сделал много гадких, может быть, плохих моментов. Всем, кому я причинил боль, вот низкий поклон всех. Извините меня, я скоро исправлюсь и все будет нормально. Если кто-то выйдет со мной на связь, я с любым встречусь и сделаю, что в моих силах. Всему углу. Арсен, это мой менеджер, ему благодарствие. Ершову ничего говорить не буду, ему углу скажу, что они красавчики. Всей охране, всей команде нашего дела большое огромное спасибо. Девчонки, вы самые лучшие. У-у-у! А еще есть такой момент, неважно, проиграл я или нет, тут есть такой физрук, где же он? Я вот хочу бы с ним раскачать эту суету. Если есть такая возможность, пусть он зайдет в октагон. Неважно, кто там, что там, проигрыш или выиграл, я уже победитель. А вот же и физрук. Мне ты не интересен. Ты проиграл. Я проиграл? Да. Не, поверь, я вышел уже с таким человеком, я уже выиграл. Не. Нет. Это уже другой разговор. Я же никого не вызываю. Он проиграл, вызывает. Если это интересно, ты там говорил, у тебя есть торпеда. У меня есть тоже своя торпеда. Где она? Как понять? У меня нет никакой торпеды. У меня нету торпеды. Я чисто здесь. Только кто? Без контракта. Стоп, охрана. Да. Как будто я ожидал что-то другое. Все, разводим, выводим, ребят. Как обозначить торпеду, выводим, все. Все, выводим.
Охрана, выводим, выводим. Выводим. Выводим, выводим. Пользуясь случаем, хочу передать привет семье. Все, выводим человека. Привет всем. Кирилл. Бой. Да. С Кириллом. Тебе Физрук, я обращался к тебе, а ты почему-то вывел свою торпеду. Я вот тебе бросаю вызов. Ты говоришь, что я проиграл. Посмотри на него, какие у него килограммы. Я не отмазываюсь, я проиграл. Я тебе сейчас на всю аудиторию нашего дела бросаю вызов. Газ или нет? Я согласен. Все, газ. По каким правилам? По любым. Мне тоже без разницы. По шахматам. По любым. Здесь, в октагоне нашего дела, все, давай решим. Все, по ММА я готов буду. Все, газ. Как я не ММАшник, но я заберу этот бой, все, уверяю. Ты приходи один, мы тоже одни будем. Так я что, один всегда, смотри, видишь, это у вас тут вдвоем или еще что-то. Я сюда зашел, давайте я здесь один. Давайте сделаем стердаун. Мы с тобой потом еще поговорим. Просим на середину. Физрук, на середину, на стердаун. Все. Спасибо. Короче, следующий бой я буду готовиться. Там уже мои правила будут. Если ты хочешь со мной подраться, то жди, когда я скажу, когда я разрешу тебе со мной подраться. Я буду общаться. Нет, будь так любезен. Нет, я буду. Нет, я буду общаться, как мне по кайфу. Я вот декабрь сейчас обьюсь с фарой. Нет, ну ты бейся, как ты за спину можешь говорить я что-то? Я тебе еще раз говорю, как ты можешь мне разрешать? Ну вот так ты вот. Ты же бросил. Он ничего не смог сделать. Все, разводим, 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 все. И что? И что ты прошел? И что дальше сделал? Понюхал мои яйца? Ты, Даша Корейка, я что думаешь, я не помню, как ты в ТикТоке вот это вот делал, кринжовые видео. Сейчас что, мужика себя возомнил? Успокойся, хорошо? Не надо смотреть, хорошо? Надо делать и доказывать делом, а не вот здесь базарить много и нокауты падать. Иди в ТикТок и снимай свои ТикТоки вонючие. Медийный бой есть, медийный бой. Друзья, мне подсказывают редактор, что у нас здесь также присутствует Артем Тарасов. Артем, приглашаем тебя в клетку. Друзья, Артем Тарасов. У нас события после боя длятся дольше. Да, Артем, приветствую. Сейчас ты видел бой Кирилла Корейца и Жени Ершова. Как можешь его прокомментировать? Сюда, на середину. Ну, во-первых, хочу поприветствовать всех зрителей нашего дела. Давно не виделись. Армен, тебя рад видеть. Ты лучше близко не подходи, не надо. А то опять получишь. Вот. Что касается боя... Ну что? Я только хотел сказать, что я приехал из культурной столицы. Меня снимает камера. Как говорит Али. Вот, и этот бой, я считаю, корейцу был не нужен. Дерись с равными соперниками. Не очень я понял, давно у вас не был. Устал от этого цирка. Здесь один налетел, второй налетел. Но кореец подрался, улетел в нокаут. Ну, пацаны, вам не стыдно? Человек улетел в нокаут, вы на него наезжаете. Ну, это не знаю. Я так не двигаюсь, и в Питере так не двигаются. Поздравляю корейца. Что касается Жени Ершова. Женя Ершов, ты слабак, да и все. Ты выбрал в себе слабого соперника. Слава соперника. Пацаны, только просьба, никто Ершова не трогает, я его на себя заберу, и обязательно, если вдруг он согласится, по любым правилам, я всегда готов с ним выбежать. Вообще, в чем заключается ваш конфликт? В том, что это сила неадекватная, окей, кидаться на кого-то, но на друзей кидаться просто потому, что ты вес гоняешь. Только косоглазый может, по-пацански он движется, по-пацански он движется, когда ему удобно. Артем, сколько ты сейчас весишь, какой вес гоняешь? Да не, я гонял в 10 килограмм. А Женя Ершов, ситуация была такая, это объяснять-то полный бред.
Ситуация что, давай такая. Честно он скажешь. Подошел и говорил всякий бред. Ему тренер три раза мы сказал, не трогай Артему, ему еще 2 килограмма надо догнать взвешивание утром. Мы встали, я бесил. У меня бой с Акабом был по боксу. Он начал. Я ему просто дал леща и понял, что этот человек, с которым смотрите, не стоит дальше понимаю, общаться. Я понимаю, был конфликт, вы готовы его решать в рамках спортивного в клетке? Да я всегда готов где угодно, с кем угодно, давайте тем более вот с такими ласковыми с кем угодно, и сладкими блогерами. Но с тобой позже. Сначала ученика, потом учителя. Не-не, надо наоборот. Нет, сначала ученика, а потом учителя. Ну, так везде, в книгах. Как скажешь, но если ты ученику проиграешь, как со мной будешь драться? Нет. У меня один вопрос. Если для вас сейчас мы организуем стердаун, вы можете гарантировать, что без ударов? Не жду. Давайте вот любят только вот это вот. Ну, ты от себя, ты от себя скажи. Я никогда не жду. Я не жду, не хорошо, буду Артем. Я всегда даю слово, я его всегда сдерживал. Все, ни разу не на банку. Середину. Саш, проведи стердаун, пожалуйста. И чтобы, если что, меня не жданули. Без ударов, ребят. Без ударов. Сделаю. Глаза открой. Пенсы. Нормально. Кого? Уже пенсы. Пенсы. Стечок. На канал. Юта говорит. Хочу передать большой привет своему любимому городу. 812 Saint P. Санкт-Петербург. One love. Вместе мы сила, братья. Ну что, медийные бои сохраняют классику поп-ММА и событийность. Не знаю, на что я рассчитываю каждый раз, давая слово человеку, который его просит, но видно таков жанр. У нас в этот раз, мне кажется, вот все, что происходило в клетке после боя, длилось дольше, чем сам бой, понимаешь? Да. Бой имел тоже под собой интересную подоплеку после пресс-конференции и этой минутки, но мы видим, что когда большая разница в весе, один удар может решить весь исход. А перед тем, как перейти к следующему бою, я приглашаю в клетку бойцов, которые возглавят следующий карт. Это Али Хайбати и Алексей Суши. Встречаем! Приветствуем, друзья! Что же нас ждет? Когда Али в клетке, что-то точно нас ждет. Сегодня он еще более яркой одежде, так что... Друзья, у нас будет много вопросов. Почему опять Али не дерется с Назиром? Где Назир? Назир получил травму, и, к сожалению, его бой с Али в ближайшее время не состоится. Он все равно в разработке у нас есть, но в ближайшее время его не будет. И Алексей... Он до этого тоже говорил, что было бы хорошо с Али выйти в клетку и проверить, чье кунг-фу лучше. Вызвался и готов был на коротком давлении подменить Назира в предстоящем поединке. Али, первый вопрос к тебе. Какие эмоции испытал, когда узнал, что Назир слетает с боя? И какие эмоции испытываешь своему будущему оппоненту? Всех приветствую. Я знаю, все меня ждут. Самое главное, что съемка пошла. Короче, я считаю, что Назир, он обосрался. Он четко видел, что я готовлюсь. И, короче, сказал, 20 дней до боя у него кашель. Ну, вообще, бред. Я знаю, что он засал со мной драться, он понимал, что будет с ним. Так что, Назир, вообще к тебе нет уважения, ты просто позор. Сегодня должен был быть ты тут здесь. Но на место тебя вышел другой. Короче, я не знаю, с ним вообще стоит драться или нет, но наказать его все равно я хочу. К следующему сопернику испытываю, но он тоже хороший ударник. Посмотрим, что будет. Ты видишь, какую форму набрал? Не хуже твоего перевоплощения. Я просто его раньше не видел. Он что был раньше? Он что был? Он был пузом. Как я, теперь он как Саша. Но все еще лучше. Алексей, к тебе вопрос. Что ожидаешь от предстоящего вашего поединка с Али Хайбати? Всех приветствую. С вами Алексей Сушист Мешков, величайший боец всех времен и народов. По бою что? Ожидаю крутой зарубы. У него рекорд 5-0. У меня сейчас идет
победная серия из 4 побед подряд. Готовились к бою очень хорошо, много фишек приготовили, и поэтому в главном бою вечера будет очень интересно, так что, друзья, не моргайте. Вот. Но я считаю, что это противостояние даже будет интереснее, чем нежели он бы дрался с Назиром. Али, ты же 100% хоть один бой видел Алексея. Скажи, ты можешь его считать самым опасным соперником в своей карьере? Ну, бои, я честно, его смотрел... Да, ну, раньше, когда он дрался, мне попали, а так перед боем не смотрел. Но я думаю, да, он лучше, чем другие. Вот два есть... крайних боя, кстати, он мои комментировал. А, Павловский видел. Павловского и этого. Он не смотрел, он комментировал. Комментировать и сидеть, анализировать, это другое. Да, да, смотрел. Хороший бой. Вопрос был в чем, не понял. Вопрос был, у тебя с ним драться. А, да, он лучше других. Все, я думаю, надо переходить к стердауну. Почему он... Кстати, вот он мне кинул два раза вызов, но сам еще поставил свои условия. Я тут тоже принимаю его условия. Первый раз мне предложили бой с тобой, когда я вот как раз «Движа борца» выиграл. Вот, предложили. И после этого мне захотелось развить эту историю. Я подумал, блин, после а почему... После боя с Павловским ты меня... Вызвал вот, уже бой. Вызвал, потому что один раз предложили на бой. Я и один принял раз мне вызов, потом вот, говоришь, нет, я не выйду на руках. На руках нет, потому что я не боксер, ты все бои в основном по кикбоксингу дерешься. Вот, я думаю, было бы намного интереснее, чтобы ты включил ноги. Друзья, ждите, будет интересно. Ждите. Ну все, друзья, переходим к стердауну. Обычно видеть спокойно стердаун с участием Али. Он же меня не трогает. На камеру, мужики. Редкий случай, когда у Али ни вопросов к сопернику, ни ключ на ключ, ни... Я только об этом, только об этом сказал. Все, спасибо большое. Все, с нетерпением ждем вас. Вот все зрители под Ютубом писали, что Назир испугался ключ на ключ. Вообще капец. Он так конкретно слился. Там был Порше, Назир. Там съемка не пошла уже, брат. Только что закончили. Все, удачи. Друзья, подписывайтесь на наш официальный телеграм-канал и группу ВК, где просто огромное количество эксклюзивного контента, не вошедшего в выпуски. Интервью бойцов, лучшие моменты прошедших турниров и конференций, а также самые свежие новости. Переходим по ссылке в описании и присоединяемся к нам во всех наших социальных сетях. Ну что, друзья, а мы переходим к следующему поединку. И он точно... будет не менее ожесточенным. Уважаемые дамы и господа, а следующие два главных поединка карда прокомментирует самая известная в России женщина-тренер Светлана Андреева. Бойцовская лига «Наше дело» представляет вам соглавное событие вечера. Трехраундовый по 3 минуты поединок на руках по правилам «Наше дело» в суп. В супертяжелом весе. И первым в клетку. Добро пожаловать, Эльдар Тагиров! Вот и его соперник по прозвищу Джонни Кейдж, Федор Колтун.
твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей. Я помню тот день, он навсегда в моей памяти. Ты поразила мишень у меня в груди. Походкой легкой, этим смехом звонким, наш короткий роман оказался долгим. И нам твердили постоянно то, что мы не пара, что наши чувства оказались в эпицентре пожара. Просто им не понять, как в суете серых будней соединила любовь, одинокий суд. Представляю вам участников всего главного события и первым бойца в синем углу. Он из города Дербента, Республика Дагестан, Россия. Ему 29 лет, а рост 192 сантиметра. Мастер спорта по рукопашному бою. Профессиональный боец ММА с рекордом 4 победы при 2 поражениях. Одержавший все победы нокаутом, причем в первом раунде. Он уже почувствовал вкус победы в новой для себя дисциплине и теперь намерен заявить о себе, удосрочив именитого оппонента. Дамы и господа, приветствуйте! Устрашающий нокаутер Ильдар Тагиров! А вот и его соперник в красном углу. Он из города Минск, Республика Беларусь. Ему 23 года, рост 191 сантиметр. Мастер спорта международного класса. Многократный чемпион Беларуси, чемпион мира и Европы по тайскому боксу. Обладатель Кубка Европы по К1. Его рекорд в нашем деле – 6 побед, ни одного поражения. Пока его соперники бросаются громкими словами на конференциях, он выходит в клетку и доказывает все делом. И он уже здесь, не стающий поражений, Конор Джонни Кейдж Колту! Рефери поединка Александр Шанс. Бойцы на центр. Господа, это профессиональный бой, вы знаете правила. Не нарушайте их. Внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. По углам. Ну что, друзья, Эльдар Тагиров против Федора Колтуна. И я с удовольствием представляю нашу новоиспеченную коллегу по комментарию, заслуженную Светлану Михайловну Андрееву. Андрееву, легенду тренерского цеха. Благодарю. Всем доброго дня. Да, Светлана, по ходу боя нужны будут ваши комментарии, оценить технические действия, понять, кто лидирует, скажем так, у кого лучше получается. Вот сейчас Колтун как раз пошел вперед. Ну, даже видно вот по первоначальным финтам со стороны Федора, да, как реагирует Эльдар. Прям вот на каждый финт дергается. Ну, бой только начался. Конечно, уже они минусы видны в боксерской технике. Но, сами понимаете, каждый пропущенный удар может быть последний. Поэтому сейчас посмотрим буквально чуть-чуть, еще вот секунд 30. Уже чуть-чуть, видите, пропускает Федор у нас. Да, здорово, пошел вперед Тагиров. Свет, вот пользуясь случаем, хочу спросить. Вот бокс, да, у нас босиком и в шингартах. Как это, на твой взгляд, влияет вообще на изменение поединка? Ну, смотрите, если мы говорим конкретно про боксеров, то, конечно, существенно это. Я прям вот себя помню, когда в ринг выходила без боксерок, даже в кроссовках было проблематично, потому что стопа такая сразу гуляет. Здесь, ребята, я так понимаю, у одного база рукопашка и мумашник, у Федора тайский бокс. Им привычно голой стопой выходить. Поэтому если мы про этот момент конкретно, то все нормально, оба абсолютно в одинаковых условиях. А вот перчатки формата ММА и просто работа на руках. Вот, вот тут уже привычнее вот Эльдару, да, Эльдару, да, потому что в рукопашке плюс-минус такие же перчатки в ММА. А вот Федору тут, конечно, не совсем комфортно, если он первый раз. Потому что буквально пару сантиметров, да, вот в любительской боксерской перчатке вот чувствуется. Пацаны, кто у меня одевают, да, вот начинают там в кулачку переходить,
Блин, говорит, прям вот чувствуется, вот эти вот 2 сантиметра, их не хватает. Да, Федору не впервой, он который раз рубака-парень. Да, и рубаха, и рубака-парень сейчас начинает активнее действовать, поджимает клетки Эльдара Тагирова, плотно там несколько раз попадал и тот, и другой у нас на качелях. Мы такие качаемся, правда, без нокдауна, без ощущения состояния гроги. Ну вот сейчас немножко у кого мозгов хватит тактически по ходу боя поменять стратегию, да, там подстроиться под своего. Вот я бы, к примеру, Федору, бей снизу на начало атаки Ильдара, потому что он опускает голову. Заваливается вперед. Да, да, что да. Интересно, очень много ближнего именно боя, то есть не расстрелов с дистанции, а моментально. Да и ближнего боя, они сближаются, ну вот и держатся, понимаешь, да, если бы там какой-то шел обмен, мы бы немножко так это вкусили. Боя, а так... Клинчевание. Клинч, да, тык, удар, прижались. Вот тут немножко какая-то активность плюс-минус. Ну, так пролетел первый раунд стремительно. Кому-то можно отдать преимущество? Да, если честно говоря, вот правда, туда-сюда. Ударил, ответил, пропустил, тут же собрал. Качели. Сейчас. Плюс-минус, сейчас посмотрим, что у них по функционалу. Сейчас вот второй, третий. Кто как дышит, кто как... Колтун боец, который выдерживал самые сложные, мне кажется, неприятности, которые у него были. Только он и варяга побеждал Никиту Иванова, и причем варяг доминировал и мог победить с Петром Романкевичем тоже. И везде нокаутом, что самое интересное. Держит очень хорошо Федор, даже если в какой-то момент кажется, что он поплыл. Ничего нет у него, блядь. Ты его зацепил, он же боец, он же сгорел. Дай воду. Все, он сгорел. Понял? Он сгорел, блин. Меня, слушай, прижал снизу из боковой. Удар, вставай. И смотри, Федь, еще нужен по животу удар. Еще нужен по животу. В клинче твоя ошибка, что ты просто голову над ним держишь. Ты не под него садишься, как по боксу нужно садиться. Понял? Здесь фишка в чем, что здесь одни руки. Здесь не клинч тайский. Здесь нужно, наоборот, под соперника. Он тогда не видит твою голову. И максимально близко. С дистанции попробуй по животу. Вот если стойку меняет, левый сбоку покажи, правый в печень, левый сбоку в голову. Очень классные бои показывал. Конечно, уровень у него зашкаливал. Тоже яркий ударник. Да. Причем я вам могу сказать, как с рук, так и с ног он работал. Прям приятно было смотреть. Едем дальше. Следующий раунд. Противостояние Тагирова и Федора Колтуна. Машет. Так немного лево. Заваливаясь, побежал вперед Тагир. Видно, что закислился. Все, уже видно. Прямо вот на начало раунда, когда спортсмен после отдыха бьет такие вялые удары, все понятно, функционал. Все, закончился. Но надо признать, что и Колтун в этом поединке выглядит фактурнее, выглядит форматнее. Как мне кажется, предыдущих противостояний тоже видно, поднабрал. Серьезная весовая категория. Ну, я еще, насколько помню, Колтуна, его такая характерность отличает. Он на жилах может вытаскивать бои. Сейчас молодец, раз вблизи. Я же, опа, вот, это вот я всегда говорю. Ближней дистанции очень опасно вот, отдаляться от соперника, держась там за плечи. Надо либо близко, либо максимально дальше. Да, но здесь эпизод закончился тычком, насколько я понимаю. Да, в другую сторону протер. Да. В суматохе палец, видимо, залетел. Федя сначала хватанул там в обмене. Ну и недоволен, конечно, Эльдар Тагиров. Сейчас Александр Шанс выскажет свое замечание, устное пока на данный момент, Федору Колтуну. Дабы он больше так не вел себя в клетке. Ну да, частенько вот происходит. И у меня у ребят, конечно, вот эти пальцы, конечно, залетают. Ну, особенность таких перчаток. Ну да, открытый палец, поэтому. Никуда не деться. Есть время, достаточное количество у Тагирова, но он эту паузу, опять же, не берет. Все в порядке с ним. Поехали дальше. Заряжается, видно, ох ты, заряжается Колтун на удар. Неплохо попал передней рукой. Стал пытаться Колтун работать навстречу. Здесь опять клинч очень опасный, потому что на короткое расстояние отлепляется Тагиров и работает по корпусу с переводом на голову. Ну, тут вот сразу понятно, что у Федя с ближней дистанции не любовь, так скажем. Потому что он ее практически не смотрит. Тут хорошо крутит, но не подпускай, раз ты не вытягиваешь ближнюю дистанцию. Потому что там постоянно вяжет.
Ну, не атакует в ней. Ну и правого снизу не хватает по-прежнему, да? Это, да, 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 да. Ну, перед, как бы, я всегда говорю, ну, картинка, вот соперник перед тобой. Ну, если он, как говорится, лицом в салат, ну, подними его. Стоп! Тагиров здорово действительно работает. На ближней дистанции нужно форсировать. Ну, активнее, это. Да, гораздо Федора. Да, ныряет под руку. И опять вот здесь из клинча добьется ли успеха. Ну, вот Федя тут так какую-то активность мнимую показывает. Ну, видно, да. Не его просто дистанция ближняя, не любитель ближней дистанции. Идет вперед Эльдар Тагиров. Очень много какой-то борьбы стало и прихватов. Получаться, видимо, на фоне общефункциональной усталости. Да. Как Федя, так это вяленько, опасненько пошел. Нельзя, нельзя, нельзя работать по остановке судьи. Вот сейчас можно. Да, опять ну и клинч. Снова заклинчевались. Такие тычки. Эльдару сейчас надо навязывать свою, так скажем, манеру. Ближней дистанции, вот именно работать там, если он хочет вывести бой. Плюс-минус Федя как бы свое делает, то, что ему удобно. Тут смазанный удар получается у Тагирова. Ну, за активность вот можно второй раунд отдать Феде. Нету, ничего нету. Глаз болит, блядь. Ничего страшного, блядь. А. Все, все, ничего нету. Ничего нету. Ничего нету. Дай руку сюда. Все. Нет, все. Дох, выдох. Дох, выдох. Бля, глаза смотрят. Да ничего страшного, да меня смотри на меня. Глаз, блядь. Федя, 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 вот сейчас послушай, Федя, ты слушаешь или нет? Твоя самая большая ошибка, что ты откровенно летишь с левым боковым, просто откровенно. Он это все видит. Ты лучше дерни левой, правой по животу, левой сбоку. У тебя, смотри, две серии, которые 100% зайдут, особенно когда он в левше. Возьми дистанцию, не лети, вперед, не разгоняйся. Что-то там у него, да, с рефери. Это Саша Шанс сейчас как раз рассказывает по поводу того, что после команды «Стоп» не работаем. И тому, и другому, соответственно. Ну что, третий решающий раунд. Да, давайте, ребята, хоть это немножко так, градусы повысьте. Ну, я думаю, что самое время сейчас самоотдачу проявить. Финишная прямая. Активизировался Федор Колтун. С корпуса на голову стал переводить. Здесь опять прицеливается. Неплохо. У Эльдара так опасно. Вот эта правая рука постоянно ниже бороды прямо. Тут навстречу друг другу бросают такие достаточно тяжеленькие. Так, потому что надо сваливать удары. Голову с линии удара, чтобы войти от переднюю. Вот, вот. Сейчас Федя как бы догадался, свалил на кроссе, пытался встретить, но не достал. Опять джебом теснит Федор Колтун Эльдара Тагирова. Попал. Ну, вот со стороны Феди я вижу, что пацан пытается третий раунд активизироваться и как-то забрать. Ну, то есть проявить такую свою спортивную агрессию. Инициативу, инициативу проявляет. Тагиров опять был недоволен работой, как будто бы после сигнала «Стоп», но там ровно вместе с остановкой это было. Вновь клинч. На уклоне пробил сейчас Федор. Ой-ой-ой. Ну, Федя прям, да, допускает таких моментов больше штрафных, чем минус балл дадут. Минус балл. Да, нужно отойти в нейтральный угол Эльдару Тагирову. Сейчас будут разъяснения, я так понимаю, с главным судьей по поводу того, что случилось. Как думаете, обоснованно ли будет снимать сейчас балл? Ну, смотрите, уже и в первом раунде там у них было, и во втором раунде. Ну, наверное, скорее всего, да.
Больше, да, чем я. Ну что решили? Ну, не увидели. Да, без санкций обошлось. Да. И тут же сразу, едва возобновился поединок, Федор бросился со стремительной атакой. И вот сейчас уже ответ Эльдара Тагирова. Интересно, на пользу эмоционально вот эта встряска пойдет сейчас Эльдару, потому что очень заряженно двинулся вперед опять. А он сейчас Эльдар себе позволяет то же самое, что сделал до этого Федя. Поэтому... Ну это баш на баш, скажем. Да. И вот если здесь сейчас и уж как-то наказывать Эльдара Тагирова, тогда нужно было в предыдущем эпизоде делать то же самое. Да, они с обоих сторон себе позволяют эти вещи, поэтому столько отдыха дают, если честно говоря, надо прям вот... плотнее работали. Ну, если это на пользу идет поединку и его зрелищности, то, наверное, можно даже немножко подождать. Возвращаются бойцы. Нужно успокоить, да, Александру сейчас и того, и другого. Да, страсти накаляются. Ну, предупредил шанс. Эльдар пытается его, да, психологически вывести, смотрел в глаза. Ух ты! Пошел вперед, Колтун! Вот сейчас... Зарядка произойдет прям серьезная. По-тайски страхует на год. Хорошо, по корпусу пробил Колтун. Еще раз туловище пробивает. Вот, и снизу апперкоты. Ну, хоть здесь мы увидели эти апперкоты. Да, Федя, надо оттягивать корпус и просовывать. Эльдар пытается... Как-то повисает на оппоненте. Вот ударов нет. Эльдар отдыхает. Вот давай. Не, команда была все, сразу в атаку. Попадает Федор. Федя молодец, прям вот вытаскивает из себя. Понимаешь, что надо активность создавать. А резервный молодец. Но это опять же после остановки было, и там было попадание в глаз, судя по всему. Продолжается какая-то пикировка. Там накаляются, да, страсти между парнями. Как бы после сигнала стоп, после раунда мы не увидели дополнительных действий. Тем более, что осталось совсем чуть-чуть. Ну, давайте концовочку хоть, ребята, тут с руки на руку. Последние секунды. Предпочел тайский клинч. Поединок завершен. Мастер спорта международного класса Федор Колтун. В тайском боксе, да? Да. И выходец из белорусской школы. Ну, Беларусь еще вот в мое время, они прям, конечно, тайский бокс у них был на уровне. Очень на высоком уровне. Итак, дамы и господа, по завершении соглавного события обратимся к судейским запискам. Все трое судей одинаково оценили поединок 29-28. Таким образом, единогласным решением одержал победу и остается не знающим поражений Федор Джонникеш! Федор, просим тебя на середину. Федор, в первую очередь поздравляем тебя с победой. Это была тяжелая трудовая победа. А, такое ощущение, что ты до третьего раунда не особо слышал свой угол и хотел именно рубиться с оппонентом, навязывая с ним рубку. А, скажи, это связано с тем, что сейчас такая уверенность в себе в своей работе? Мне кажется, он был заинтересован просто в диалоге с Эльдаром во время боя. Вот мне интересно, о чем вы говорили, особенно в третьем раунде в конце. Всем большой привет. Мы общались на ту тему, какие цветы ему больше нравятся. Он говорит, гибискус, я говорю, розы. Вот. А что касается боя, неудобный оппонент. Действительно, стиль у него достаточно неудобный. Хорошо держится, в клинче неплохо работает, физически крепкий. Поэтому было непросто. Да, я неполноценно слышал свой угол. Из-за этого были некоторые ошибки, летел. Возможно, в некоторых моментах заводился и на горячую голову летел, хотел чисто рубки. В этом, конечно же, есть ошибки.
Но я все еще остаюсь непобежденной в вашей лиге. Поэтому двигаемся дальше, извлекаем ошибки, становимся лучше. Какие имена сейчас в первую очередь тебя интересуют в следующих своих поединках? Потому что я уверен, это главный вопрос, который интересует наших зрителей. Слушайте, на самом деле, уже давно, я думаю, вам интересна судьба нашего поединка, так и не состоявшегося с Славом Жингоразовым. В первую очередь. Вот. Также я хотел бы попробовать свои силы. Понимаю, что это громкий вызов, но я хотел бы попробовать свои силы против Хадиса Ибрагимова. Чисто на руках. Серьезное заявление. Серьезное заявление, я уверен, Хадису эта история тоже понравится. Вот. Федор. Какие планы? А есть что еще сказать? Да, хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал. Моей любимой жене Татьяне Гамарко, моему тренеру, который, к сожалению, не смог приехать, на данный поединок, Максиму Степановичу Маруге, моим тренерам Алексею Владимировичу Попову, Франтишку Чуирю Вараксе, также моему менеджеру Руслану Кривуше, моим друзьям Паше Рифтовичу, Игорю Климовичу, все ребята, которые приехали, ну и всем друзьям, моим близким, которые поддерживают меня в этом непростом деле. Спасибо тебе за поединок. Пока что не уходи. А Эльдар, просим тебя на середину. Эльдар, ты показал высококонкурентный бой с хорошим ударником, который идет на такой серии из побед. В какой-то момент, честно тебе скажу, для меня было непонятно, кому отдадут победу. Ты очень хорошо и уверенно начал первый раунд. Что считаешь, именно неудобная дисциплина и то, что функционально подсел к третьему раунду, помешало тебе победить? Салам алейкум всех, приветствую всех. Спасибо, конечно, сопернику. Вы знаете, что он неплохой соперник. Хороший ударник, хорошо бьет со стойки. Ну, бой как сложилось, так сложилось. Никаких оправданий. Все сами видели. Глаз попал. Ну, ничего, бывает. Бой. Все бывает в бою. Эльдар, тебе не за что оправдываться, потому что... Работал. Это был шикарный бой и высококонкурентный. Спасибо тебе. А скажи, Федор говорит, вы обсуждали этот... Цветы. Что, да, о чем вы говорили в третьем раунде? Что ты обсуждал с ним? Что прическа стала мужская, и по-мужски зарубимся в бою. Вот и зарубились чуть-чуть. Грязно дрался, но ничего, бывает бой. Он сам признается, что пару раз глаз... бой, ничего не личного. Ты знаешь, Армен, у него соперник снялся, я принял бой. За два дня вообще проблем нету, любым. Я вообще готовился по ММА, дай мне по ММА, ноябрь я слышал турнир, любым выйду. На 93+. Тебе, еще Эльдар, чемпион мира я привел с собой. Да. Артур Гусейнов, приветствуем, друзья. Просим на середину. Артур, ты секундировал своего друга Эльдара. Скажи, чего ему не хватило для того, чтобы все-таки забрать данный поединок? Всем ассаламу алейкум, всем доброго дня. И большое спасибо, что пригласили. Это на самом деле самая лучшая организация. И я думаю, что в ближайшее время 8-0, не знаю, 9-0. Ну, 5 минут. Если я проиграю, я этому парню гонорар отдаю. Если он готов со мной рубку сделать. Федор. Три раунда по 5. Прославленный российский боец, да. Артур Гусейнов. Если ему имя нужно, пускай за именем идет. Говорит. Они еще молодые, да, я свое уже прошел. Но я любому молодому жару дам. По каким правилам? По любым, К1, тайский бокс, и по К1, тайский бокс, чемпион мира тоже. Артур только что заявил, что если ты продерживаешься... Если ты по ММА готов, мы можем по ММА. Если ты хочешь по боксу чисто, давай тайский бокс, без разницы. Если человек хороший, мне без разницы. Я за сутки тоже выходил, за 6 часов на замену. Так что ты меня ничем не удивишь. Слушайте, ну, я тоже жду условий. На самом деле. Если по правилам тайского бокса, то, конечно же, я готов. Это моя любимая дисциплина. И я все уже жду, когда же мне дадут бой именно по правилам тайского бокса. Поэтому... Господ! Я хочу еще сказать, это не на бабушке на пенсию петушки сосать. Это очень серьезно. Ты, брат, сейчас обороты набираешь в мою сторону. Ты хороший парень, и ты хороший бой показал. Что ты говорил про бабушку на пенсию? Я говорю, не на бабушке на пенсию петушки сосать.
Потому что когда в детстве бабушка... Ты про себя сейчас? Не, я про тебя имею в виду. Ты любишь, походу, петушки сосать из-за этого бабушки. Артур, молодец. Я извиняюсь. Я тебе не в плохом смысле говорю, чтобы ты понял. Ты меня не знаешь, брат. Чуть-чуть обороты не набирай. Послушай меня. Ты обороты не набирай, хорошо? Чуть-чуть успокойся, хорошо? А то сейчас я вперед на ногами. Я добавлю, Армен. Артур на самом деле молодец, и мы знаем, что он ударник. Не блатуй здесь, а ты еще молодой. То, что я видел, ты не видел еще. Ты здесь увидишь. Хорошо. Ты от того, что сейчас Ильдара выиграл, там что-то как-то, это тебе не Ильдар. Я тебе не Ильдар. Ты что, хочешь сейчас драться, что ли? Ты сейчас смотри, ты меня знать не знаешь, я тебе говорю еще раз. Если я тебе переоденусь, тебя сюда вынесут вперед ногами. Давай. Ты газуешь, я тебе говорю, смотри сюда. Эй, с тобой карате никто не будет играть. Смотри сюда. Сюда смотри, ты молодой, я тебе говорю, что этот, контролируй свой разговор. Я с тобой чисто по спорту общаюсь, а ты уже на личное переходишь. Так пусть твои контролируют разговор. Да, послушай меня, услышь на меня, подойди. Нет, ничего нету, нормально, я же не перед ним иди, да подойди, пожалуйста, сюда. Ну подойди, я же тебя зову, что-то уважение проявить, ты же помочь мне. Ты уважение проявляй, ну, хорошо, ну подойди до сюда, я же тебе ничего не говорю, иди сюда. Ну хорошо, смотри, сейчас ты газуешь, правильно? Давай да мы сделаем красиво, чек нам подпишет. Чего тебе руки трясутся? Я боюсь тебя просто. Переживаю, что с тобой что-то случится из-за этого. Переживаю, руки дрожат у меня. Такая привычка у меня просто. Что делать? А у тебя что челюсть дрожит? Не кушал, что ли? Все нормально, ладно. Федор, молодой боец, который сейчас очень сильно себя Вы, Артур, опытный ветеран, который уже имеет большой бэкграунд в спорте, я думаю, даже в формате противостояния это очень интересная история. Но не надо переходить в дальнейшее. Да, лично не будем переходить. Да. Все, нет. Закрыли тему. Все, если есть предложение в ближайшее время, если есть 93, 100, 110, 120, я готов газовать вот здесь. Я не просто говорю, я и Шелеменко дрался и с другими серьезными бойцами. Это молодые ребята, я им даю, хочу, чтобы у них перспектива дальше шла. А я так чуть-чуть пока завязываю. Со временем, как говорится, последние 10 боев, я думаю, вашу организацию проведу. И на это перчатки на гвоздик. Артур очень яркий ударник. То же самое является и Федор. И Федор тоже у себя уже очень ярко обозначил. Я думаю, мне, по крайней мере, данное противостояние очень интересно. Если вы готовы, мы можем сделать стердаун. Все, давай. Разогреть интерес наших зрителей к предстоящему поединку. Федор – один из тех бойцов, которые всегда находят для себя интересные истории. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Согласись, удобно, когда жена, и друг, и секундант, и секретарь, и кто еще? И менеджер еще. И менеджер. По несложным вопросам. Потому что в остальном, конечно, да. Я шучу. Я пошутил. Ну все, мне с дома. У нее как раз давно боев не было. Да. Не, у меня есть бои. Не, у меня есть, просто их никто не видит, да. Дома типа? Ну, в партере, да, боксирует со мной. Добивает лежачего. Ну зато вот как натренировала. Конечно. Давайте что-то нормально уже сегодня. Без кринжа. Без кринжа сегодня? Невозможно. Ты как без кринжа. Все, ну иди сюда, я пошел сюда. Он абьюзер какой-то. Нет, я юзер. Он Федор. Это она абьюзер на самом деле, я жертва в отношениях. Да. Он выживает еле-еле. Как могу. R7 Energy – это уникальный бренд энергетических напитков, созданный для тех, кто стремится достичь максимальных результатов в своей жизни. R7 Energy – попробуй энергию на вкус. Друзья, мы переходим к главному событию этого вечера. Титульное противостояние в женском минимальной весовой категории. Марина Мирчук против Анны Софеевой. Знаешь, честно, Армен, я, наверное, этот бой сегодня ждал практически больше всех, потому что, знаешь, девчонки, которые у нас здесь собраны в нашем промоушене, каждый из них, каждый поединок показывает невероятно яркие, эмоциональные бои. И самое, что интересное, что они прут просто до последнего, не жалея себя.
Для меня тоже этот бой максимально интересен, так как это состязание двух топовых ударников. Так что с нетерпением ждем по правилам. 5 раундов по 5 минут. Впервые в истории нашего дела главный женский бой за титул. Итак, уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. Бойцовская лига «Наше дело» с гордостью представляет вам главное событие вечера. 5-раундовый по 5 минут поединок по правилам профессионального ММА в женском минимальном весе. Всем привет, меня зовут Анна Софеева, я боец лиги «Наше дело», и на ближайшем турнире я буду драться за пояс. Анна Софеева! Меня зовут Марина Мерчук, и совсем скоро у меня бой за чемпионский пояс. По прозвищу «Армата» Марина настраиваю себя на выигрыш. Я думаю о том, что я лучше. У меня это огромный вызов, и я очень хочу победить и обязательно все для этого сделаю. В 2016 году тренер один заинтересовался мной, а именно, наверное, больше моим рвением и характером. Посмотрел на меня, сказал, что я, конечно, полный ноль, но с характером. Я пришла просто заниматься для себя, чтобы снять стресс, правильнее сказать, наверное. Вот. И когда ты очень много сил вкладываешь в это, тебе хочется какое-то проверить свои силы, какой-то отдачи от этого. А в то же время я, конечно, очень боялась этого. Настолько себя отдаю спорту, что я немножко где-то потерялась и забыла, наверное, какая я девушка в жизни. Я считаю, что девушка все равно должна оставаться девушкой. Мне это нравится. Мне нравится выделяться, быть красивой, эффектной. Если я это чувствую внутри, почему бы этого не проявлять? А вот именно в ринге, в октагоне я просто уже полная противоположность, и это опасность. Я стараюсь не думать о сопернике. Я просто думаю о том, что мне нужно идти вперед, мне нужно драться, и мне нужно выгрызать свою победу. Я оцениваю каждого своего соперника серьезно, к каждому подхожу, как будто я дерусь с чемпионкой UFC. Вот. И опять-таки бой по 5-5, ну это, конечно, испытание, потому что не каждый мужчина выдерживает. Марина, она такой танчик, она... ну, как-то заводится, и вот она идет вперед очень агрессивно. Я отчасти спокойнее, хладнокровнее. Только одно желание – это драться, сражаться, идти вперед и забирать свое. Я желаю Марине хорошего боя, чтобы максимально мы проявили себя, показали. Естественно, без травм, хотя понятно, что у нас такой спорт. И зрителям, которые сейчас будут нас смотреть, наслаждаться, смотреть за нами, не знаю, в оба глаза, не отвлекаться, потому что это будет интересно, это будет горячо. Аня, давай с тобой покажем реально крутой и зрелищный бой. Зрителям я хочу пожелать приятного просмотра. Надеюсь, вам этот бой очень понравится. Вы будете болеть за меня. И вся ваша поддержка, я ее чувствую, она дополнительно мне мотивацию дает. И в клетку приглашается претендент, опасная Марина Мерчук! We'll be right back.
вот и ее соперница. Претендент на пояс – хладнокровная Анна Софеева! Вам официальный лист. Главный судья Артур Шайхов. Судьи у клетки оценивают этот чемпионский поединок. Кирилл Касьян, Милана Зайцева и Амир Гетина Магомедов. Ваш судья-хронометрист Константин Рудаков. И со звуком сирены рефери в октагоне Александр Шанс. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов нашего дела во всем мире. Для вас главное событие вечера – бой за титул чемпиона «Наше тело». Итак, представляю вам соперниц и первого бойца в синем углу. Она представляет город Москву. Ей 28 лет, рост 160 сантиметров, мастер спорта и обладатель Кубка мира по кикбоксингу, призер чемпионата мира по всестилевому карате, а также чемпион России по военному многоборью. Каждым ярким боем она прокладывала дорогу к титулу, и сегодня станет последний шанс на пути к заветной цели. Она уже здесь, по прозвищу Армата, Марина Берчу! А вот ее соперница в красном углу клетки. Она также представляет город Москву. Ей 35 лет. Рост 168 сантиметров. Мастер спорта и обладатель Кубка России по тайскому боксу. Кандидат мастера спорта по панкратиону и чемпионка России по ММА. Непобежденная в нашем деле боец с рекордом 3-0. Сегодня она сделает все, чтобы в приспущем ей доминирующем стиле завоевать корону женского дивизиона. Приветствуйте неуступчивая Анна Софеева! На центр. Дамы, это профессиональный бой, вы знаете правила. Не нарушайте их, внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. По углам. Итак, друзья, главный поединок, титульное противостояние. Девушки, 52 килограмма, Марина Мирчук. Анна Софеева, 5 раундов по 5 минут. Обращаюсь к Светлане. Какие прогнозы можно давать? Наконец-таки хоть девочек в каком-то веке комментируют. Все, пацаны. Прогнозы, да. Но на бумаге очень много общего. На бумаге, да, но я смотрю, так возрастная, да, там у нас Анна. Вот, Марина так будет помладше. Вот сейчас посмотрим, кто функционально подготовился и вот покажет уровень свой. Да, друзья. То, что написано на бумаге. Анна Софеева в 30 лет впервые пришла в бойцовский зал. Сейчас ей уже 35, и на данный момент она мастер спорта и обладатель Кубка России по тайскому боксу. Такая редкость, если честно говоря, в наше время. Потому что, ну, женские единоборства, конечно, они уже так у нас вырвались вперед. Конкуренция уже такая тоже серьезная. Повыше, конечно, стало. Работает Мирчук, вернее, пытается под ближнюю ногу. Много раздергиваний, много постукиваний джеб о джеб. Ну, они сейчас проверяют, подергивают, смотрят, кто как реагирует. Пока такая идет проверочка у нас друг друга. Оп, этот мне вообще не понравилось сейчас.
именно когда она сейчас траектория пробивала, удара, да? Да нет, когда она сейчас пробивала атаку, голову подняла на ударе задней руки левой. Ну вот тоже, что интересно, две девушки с ярко выраженной ударной базой, но что касается Марины Мирчук, то она является той самой спортсменкой, которая оформила самый быстрый сабмишн на нашем деле за 29 секунд. Марине шагать надо, на месте тянется руками, уходить за переднюю руку и прям свинги туда закидывать, все. Подшагивает Мирчук, периодически на лоу-кики набрасывает, подключает правую руку. Да, не хватает ей дистанции. Но я сейчас не пойму, с чем это связано. Либо у нее такая техника, она так работает, либо она еще просто опасается чуть идти активно вперед. Просто я не пойму, может, проявит она эту уверенность с атакой пойти вперед, или она так и будет по воздуху махать? Я думаю, после полученного одного хорошего удара сразу упадет вот это некое ощущение, да, того, что можно прийти. Страха или наоборот уйдет в ракушку? Я думаю, что нет, ощущение страха, да, какого-то. Посмотрим. Скованность ты имел в виду? Да, разумеется. Про страх вообще сложно говорить, когда девушки выходят. В финале за титул. Да, здесь вообще об этом речи быть не может. Вот. Начинает подраскрываться. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо смещается Софиева. Марина бьет правильно, но временами как будто бы не видит и дорабатывает уже удары, когда Софиева сместилась. Но давление пока что у нас за Мариной Мирчук постоянно прессингует, работает первым номером. Мидлкик навстречу летит от Софиевой. Ну, она, в принципе, технически сложно, да, получше. Наоборот, Марина в синей форме. Сложно так получше, по собранней атакует. Здесь достала. Двойка залетает. Продолжай, все, тем более на усетке, она уже никуда не убежит. Ну, девочки, смекалку. Продолжает раздергивать Марина Мирчук. Анна, я так понимаю, взяла позицию второго номера. Чисто на контре поработать. Да, и левое колено заряжает, готова еще раз его вынести. Но она периодически мидлкики выбрасывает, правда, пока что не очень тоннажные, так как бы проверяет реакцию и стойкость. Шагом надо, Марина, делать это. Прямо делаешь шаг левой ногой, прямо туда свинь. Все, он у нее так середина. Да, вот встречает Софеева сейчас. Прям туда. Да, Анна в челноке. Постоянно левая рука приклеена к голове. Не, ну, наверное, ей все-таки удобнее работать вторым номером. Вот. На начале атаки попроваливать, поотвечать. Вот. Поэтому она, скорее всего, так весь и бой пройдет. Так, а тут, одна, по-моему, атакует, другая отвечает. Поврежден нос-то у Марины. Попадание, видимо, было акцентированное. Да. В маленьких перчатках все возможно. Может, сосудики быстро... Так, начинают быстро немного взрываться девушки под занавес раунда. Я насчитал два очень хороших, ярких попадания от Мирчук. Ну, Мирчук, она такая, это, в активе. В принципе, весь раунд активно провела. Инициативу проявляла больше. И в то же время и тоже прилетела, как мы видим. Ну, да. Угу, под глазом там что-то. Так, слегка. Ну, немножко уже вторая половина раунда так... Раскачались, это, да? Раскачали, да, хоть акцент пошел, какой-то обмен. Вот, я думаю, что дальше больше должны немножко поплотнее работать. Дышим, вдыхай. Водичку, на. Дышим. Говори. Мариш. Работать нужно только у сетки, когда ты ее поджимаешь, поняла? Не бросайся с центра на нее. Перекрыла спокойненько, и там серия нужна. Вот как ты зашла в концовке, 2, 3, 4 удара там наваливай, как поняла? Как ты чувствуешь, нормально? Все у тебя хорошо, четче. Все, навстречу пошла, дай навстречу колено, либо вставку, либо этот обычный локоть, дай навстречу. Все, инстинкт убийцы включила, бля, убиваю у сетки, бля. Спокойно.
Да, все готово к продолжению. Следующий раунд противостояния. Тархойфранд. Поехали. Ну, надеюсь, девочки получили напутствие от своих секундантов. Сейчас посмотрим, как картинка вообще поменяется, не поменяется, в чью сторону. По-моему, Мирчук начинает бить более жестко. Достала точно абсолютно Марина. Ответила ей Софиева и пропустила опять же. Там хороший такой плотный размен. Перестали стесняться абсолютно точно дамы. Ну да, и она так немножко так чуть поактивнее стала. А то прям вообще прижата была к сетке сейчас на полшага от нее. Вот, ну, все посмотрим. Ну и что дальше? Поджимает Марина. Я вообще не исключаю, что и в этом раунде будет так же. То есть раскачка-раскачка, и ближе к последним двум минутам начнут да, будут создавать. Взрываться. Ну да. Вот, ну, вот, так какое-то, конечно, прям вот. Чтоб взорвались девки сразу. Девки как зарубились, руки на руку. Титульный поединок. Он обязывает. Еще и 5 раундов надо распределить силы, не вымахаться раньше времени. Ну, сейчас обменчик произошел, как с одной, с другой, такая, знаете, одна пару плюшек пропустила, голу вторая. Да, тут уже обе не без ущерба для себя действуют. Застряла немножко Софиева, можно было пользоваться этой ситуацией, но она очень здорово вот так издалека, да, напихивает вот эти джебы, смещается. Отлично. Вот Марине надо было давно как бы вот это повторно атаки продолжать. Она у нас, он прижимается к сеточке. Я думала, она как-то так это второй номер почувствительный там встречает. Нет, собирает. Так иди вперед, Марина. Повторная атака вся там будет. Внутренний лоу бросает Мирчук. Проверяет, да, как. Что, реагирует, нет. Да, прицеливается Софиева. Да. Правым через руку. Здесь попытка с левой запихнуть. Вообще очень удачно будет у нее из этого положения работать middle kick в печень. Пока она его, кстати, не так часто пробивала. Все, по-моему, один раз. Ой, как шага у Марины не хватает. Вот прям вот не хватает. Ох ты! Вот это давай, попадание! Давай. Вот, другое дело. Восстановилась вроде бы быстро Анна Софиева, но казалось, такой удар прям сокрушительной силы, но нет, как мы видим. Да. Но, возможно, в этот момент расположение ног у Анны были на одной линии. Потому что она так быстро встала, так красиво как бы приземлилась и быстро встала, скорее всего, от толчка. Если так быстро восстановилась. Да, именно потрясения не было. Вот тот самый мидл-кик, о котором я говорил, которого ожидали, наверное. Потому что ножки заводит на одну линию, поэтому ее, конечно, вот в этом передвижении проще срубить. Ну и больше в размахайку стал работать Мирчук как раз-таки на средней дистанции, и это, по сути, принесло плоды. Ну, о чем я и говорила. Повторно атаки. Я думала, что она как бы выбрала позицию второго номера. Ну, второй номер, что, да, там на контратаке как-то лучше работает, перехватывает, встречает. Я такого ничего не видела. Она прижимается к сетке. Опять серия попаданий. Но вот она, даже учитывая то, что она вторым номером работает, бьет-то все равно редко. Здорово. Как-то. Поэтому надо Марине поактивнее продолжать. Кстати, у Марины я заметил и джеб какой-то такой приличной силы. Да, да, совершенно верно. Технически на руках она лучше оснащена. Но она очень много точит именно этой работы, наблюдая за ней в социальных сетях. Мы еще знакомы достаточно давно, я пристально смотрю, и как раз-таки это видно, что она оттачивает очень много работы на скорость, через уклон, работа именно на руках, сцепка вместе там с правой и левой ногой по завершению. Такая классическая тайская схема. Рука-нога, рука-нога. Попадает еще раз с передней ручки Мирчук. Ну и перехвати, Марина, инициативу. Неплохо работает Софиева, может попасть. По-прежнему дистанция дальняя для нее более удобная. Вот здесь по корпусу, почему нет? Ну да, я могу сказать, вот баночку пропустила, там другая там как-то, не знаю, психологически попросила. Это нет. Такая, ну и что, ничего. Активно продолжает давить. Отвечает, да, рискует где-то. На мидл-кике нарывается, отвечает тем же Мирчук. У Марины такое серьезное покраснение возле печени. Я думаю, что еще один удар, и это может вызвать определенные проблемы. Ну, мы это потом спросим у Марины, насколько... Вот ты задашь ей вопрос. Чувствовала по печени, когда тебя пробивали? Обычно как бы покраснение от ноги, ну, вес-то хороший.
А может быть и почувствовала. Мне показалось, что она прижимала локоток, а это уже такой знак. Когда по печени пропускаешь, такую активность не покажешь. Печень сразу забирает. Под занавес раунда успела зацепить правой рукой Марина Мерчук. Все-таки ее преимущество, оно все более акцентированно вырисовывается по ходу поединка. Молодец. Если сравнивать первый и второй раунд, то второй раунд уже поинтереснее. Так, и девочка приземлилась на пятую точку, и она поактивнее стала, да, там в продолжении своих, так скажем, связок. И Анна также активность лучше показала. Так что третий, возможно, еще лучше будет, чем второй. Мариш. Ножку отбила? Дышишь и слушаешь. А? Правая нога цела. Правая цела? Да-да. А что ты так слабо бьешь его? Ты гладишь вообще. После рук прям вышибай ногу нахрен. Она уже ногу отбила, когда ты последний раз щит поставил, она уже отбила ее. Если заходит, зайди в клинч. Зайди, давай ее в клинч проверим. Хорошо? Резерант. Итак, еще 5 минут. Всего у нас раундов, как и подобает любому чемпионскому противостоянию, 5 отведено. Дойдет ли, конечно, до 5-го, это вопрос, но вот третий раунд у нас начинается. Да, еще все может поменяться на протяжении этой длинной дистанции. Ой, хорошая, да, комбинация. Скорость – сильная сторона Марины Мерчук. Точность и дистанция – это то, что нужно Ане Софеевой. Она видно. Конечно, она в этих моментах прям превосходит. Софеева выше на 8 сантиметров, но пока я бы не сказал, что преимущество в длине рычагов ей какой-то позволяет это обеспечивать. Не пользуется она особо, по-моему. Да, пока. Выставляет периодически джеб, но... Только вот в ответ бьет, если бы она работала первым номером. Для меня единственное непонятное, Марина, она поопытнее, и угол у нее, соответственно, как бы статусный, да, секундатов, так скажем. Почему они не заходят обе? Опять же, Анну ладно попускать за переднюю ногу, почему она не заходит? Чтобы поближе подойти, как бы сократить дистанцию и ударить задней рукой. Такой дальней дистанции. Так, и начинает огрызаться тут Анна Софеева. Правда, затяжной какой-то атаки не получилось. Так, на скачке пробила двоечку и отошла опять ждать соперницу. А у нас такой нервный, насыщенный второй раунд. И третий опять в раскачку все. Да, немножко паузу взяли. Может быть, сейчас покажут четвертый, пятый. Понятно, большая как бы дистанция. 5 попали. Это просто 25 минут активной работы. Мужчинам-то тяжко выдерживать это. Да. Тут девки. Вновь с правой попала Мерчук, и сразу же левая рука поднялась на место у Анны Софеевой. Софеева сейчас попадала. Шагать надо, Марина, что ж ты так-то, господи. С места руками, а. Просто скорость рук позволяет, ты на шаге это сделай, все на голове было бы. Хороший. Владимир, прямо после... Есть о чем поговорить, да? Конечно. Я думаю, знает, может быть, о ее этом минусе. Поджимает по-прежнему Мерчук. Что-то такое невнятное получилось. Принципиально рисунок ни поединка, ни раунда не меняется. Тут на блок принимает хайкик Марина Мерчук. Своевременно отреагировала. Не больно, да. Она телеграфировала, да? Да, защита. И все, и дальше спокойненько работает. Ух ты! Размен. Хочется раскачки, конечно, да, чтобы разгонялись. Женя, я всегда говорю, попадайте, добавляйте, пока либо рефери не оттащит. Не отходя от кассы. Да, либо гонг не сработал. Я, конечно, за активную работу очень. Софеева здесь перестала даже вот так агрессивно постреливать в ответ. Джеб. На мидл-кик. Высокая цена была заплачена, в общем-то, хорошей попытки в корпус там ударить. Марине может почаще тогда в переднюю ножку бить, если как бы она не реагирует, щиты не ставит. И прямо отвлекать. Сколько раз она махнула, уже красная нога, она не реагирует. Либо она настолько уверена в своих ногах. Вот сейчас на щит принимает лоу-кик. Марина Мерчук, хай-кик в блок.
скорость какая? Ну, Анна, да, ну видно, что как бы тут акцент больше у них на работу ног. Если у Марины здесь больше на руки, да, вот, то у Анны в другую сторону. Ножки поинтереснее, пожестче такие, акцентированные. Пропустила Марина, но сама ударила. Теперь вновь преследует Анну, она выходит из-под давления. Ну, надолго ли? Что-то мне сдается, мы все 5 раундов увидим. Ну да, она такая тоже терпеливая, поэтому я думаю, что она просто так, о, еще и пытается по это попасть. А между рук постреливает. Не пускает к себе Анна Софиева. Да. С правой, да, достала, но это все-таки, видимо, попадание в глаз было. Ну, рефери не вмешивается, значит, вроде все легитимно, все нормально. Вот видите, девочки вышли, не надо там замечания отдавать по затылку, после гонки, все, это 5 минут. Ну и вот опять концовка раунда и начинается какой-то... Что-то рефери даже скучно ему. Скажет, никакой грязи и вмешиваться никуда не надо. Ну да, нужно подлатать немножко дам. Продолжает кровотечение. Да, тут катманы чуть-чуть поработают. Я думаю, что у Марины просто... А есть такая, да, там у боксеров... Предрасположенность? Да-да-да, сосуды близко расположены. Как у Руслана прижигать. Проводникова, да, типа того. А у него проблема, да, тут? Ну, он все сечется там. Ну, сечется — это одно, у нее нос течет. Там вот попала, как она, и в первом раунде, и все, он все остановиться не может. Аня, все хорошо. Когда она поджимает тебя, вот здесь поджимает тебя, вот она прям бежит на тебя. Ну, перекройся, смотри сюда. Перекройся, ну, только четко. Перекройся, ну, дай ты ей навстречу колено и зайди в клинч сразу. 2 раундика осталось, потерпи. Я проиграла? Нет, нет, но надо прибавить. Но мы не расслабляемся. Просто в свое время, когда я боксировала, мне надо было... Ну, в бою никогда, ни разу у меня в бою не тек нос. Мне надо было так попасть. Только если голым кулаком. Ну что, вот те самые раунды, которые принято называть чемпионскими. 4-й ну, раунд. Взял начало. И будет очень любопытно, если сейчас Софиева будет включать форсаж или в 5-м раунде. Но, наверное, логичнее хотя бы здесь начать работать активнее. И вот тогда будет проверяться Марина Мерчук. Ну, в любом случае... Ой, таранчик мой любимый, как залетел. Я думаю, Софеевой нужно набирать обороты, потому что вопрос в том, как судьи оценивали все эти раунды, ну, я думаю, за счет давления и прессинга постоянного от Мерчук, то выскажу смелость предположить, что в пользу Мерчук эти все раунды. Да-да-да, абсолютно. Я другое хочу подметить. Вот даже, имею в виду, в сравнении предыдущий бой, да, там мальчики... Первый раунд, второй, третий, они так проседают, проседают. А вот девок, 4-й раунд, скорость ни на грамм не падает. И опять держит удар Софеева. Да. Молодцы, вот что значит дисциплинированно и функционально подготовлен. Потому что вот как в первом раунде скорость была удара хорошая, так и 4-й раунд. Да, почувствовала Мерчук, что Софеева начинает пристреливаться, попадать, и тут же такую взрывную серию выдала. И опять затишье. У нас такой по синусоиде развивается весь поединок. Высшая точка, и опять мы в какую-то небольшую паузу отправляемся, чтобы подышать. Ну, Марина, да, сейчас немножко себе такие перерывчики берет. Я вот заметно уже. 20 секунд. Вот так. Это как раз время действовать, опять же, Анне. Активно поработать в голову, по корпусу, возможно, опять же, прицелиться. Прошел же тот мидлкик, почему бы и нет? Надо чаще бить, значит. Дотягивается сейчас Софиева. Так. Концентрацию потеряла. Ну, конечно, 5 минут раунд. Блин, чего вы хотите? Просто интересно, что все-таки за стратегия у Анны? Ну, невозможно же пояс выигрывать все время вот так вот убегая. Нужно же что-то навязать оппоненту. С какими она мыслями вышла, с каким наставлением? Здорово, опять джебу залетает у Софиевой. И вот в этом размене, наверное, она все-таки была чуть удачливее. Не, ну просто Ане надо почаще. На самом деле, правильно говоришь, для чего вышла? И опять встает Анна, опять восстанавливается. Да, просто птица Феникс, Анна Софеева.
падает и поднимается мгновенно. И опять начинает. И вот сейчас, да, есть попадание. Ну, сейчас, да, поинтереснее так прилетело, то прям. Я просто вот почему пустился в эти рассуждения, думаю, ну, настанет же когда-то переломный момент, когда Анна начнет что-то пытаться изменить вот в ходе этого поединка, то есть забирать инициативу, какие-то контратаки страшные проводить. Марина, давай, мы прямо требуем продолжения. Ну-ка, активность, уже четвертый раунд заканчивается. Ну, опять, блин, должность Анны... приземлилась, как тут этот резиновый солдатик, чик, на ножках, все, и опять готово. И опять ровненько работает, то есть нет разболтанности никакой, как будто бы съела и не подавилась. Вестибулярочка, значит, да, хорошую грунги. Работу делает на вестибулярку. И провалила, бэм, скинула ножку. Да, очень не хватает вот этого мидл-кика как раз. Попытка была пробить, значит, нужно еще раз пытаться с обманом, там, допустим, руки, чтобы... Ну и что, пробить. Идет вперед Анна? Ну, Марина, она, видишь, она стоит даже больше, не то что в стойке, она больше бокс. Я так понимаю, конечно, по кику уже она, да, там выступает, если ты за ней там следишь? Я порой вообще забываю, что у нас бой по ММА, потому что никакой борьбы не было. Да, позиция вниз. Да, она все-таки панкратион и ММА. Так, тут что-то наподобие супермен-панча Анна Софиева бросала. Давай, 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 Марина. Ух ты! Тут сразу серия из джебов. Но, мне кажется, не дошли они до цели, а вот до этого прямой акцентированный удар от Софиевой Красноты. Анна по сеточке так. Да-да-да. Ответила сейчас с дальней руки Анна Софиева. Девчонки, ну давайте... обменяйтесь хотя бы пару-тройку в одну и вторую сторону, туда-сюда. То есть так, чтобы подрались, да, от души? Ну, конечно, я говорю своим бойцам, и требую от них, и те, кто хотят ко мне попасть, я всегда говорю, я за активный бокс. Я конкретно это первый номер, поэтому ну, преподношу так работу. И ваша поддержка, девушка! Классный, да. Продуктивный раунд получился. Софиева, как мне кажется, вот в самой концовке преуспела. Но надо признать, что там было падение. Но все равно Софиева преимущественно одиночные бросает. Хотя они долетают периодически до цели. Мы это видим прямо сейчас. Ну, я так понимаю, все понятно, ясно. Кто забрал практически этот бой. Пятый раунд, конечно, досмотрим. Четвертый раунд был понятно. Наиболее, наверное, близким, как мне кажется. Или я могу ошибаться? Да нет, активность все равно была на стороне Марины. Просто со стороны Анны она активности создала чуть больше, чем последующий раунд. Он был более активным для Анны, но в целом она раунд не забирает. Ну, в принципе, отступать некуда позади Москва. Тут уже можно рубиться и ничего не стесняться. Вот просто себя проверить на пол. Я вот, в принципе, вот так. Просто проверить себя на пол. Итак, заключительный. Пятый раунд! Уже и так понятно, что да, там... чисто зарубиться. Но 5 минут, конечно, тяжко. Ну вот и что-то нам начинают показывать. Наверное, девчонки меня так это подслушали. Да, полетят вперед сейчас девушки, 100%. В данном случае у кого-то ставки слишком высоки, у кого-то нет. Мельчук бы, может быть, как раз стоит и подзасушивать, а вот на полную мощность раскрутиться можно уже Анне Софиевой. Ну, я думаю, они... поможет только досрочка, потому что если так доводить до решения, то перспектив мало. Ну, в целом, я скажу, как бы за девчонок не стыдно, вот. Дистанцию так отработали активно, ну да, там, конечно, плотности хотелось бы побольше, повыше, но тем не менее. Скорость хорошая, ну, Марина там посадила пару раз на пятую точку, может быть, сейчас вот в пятом раунде еще такое будет порадовать нас, но тем не менее. Девчонки молодцы. Здорово, через руку отстреливается. Внутренний лоу бросает, да. Мерчук. Так, челночки на ножках, да, и раздерла, и вперед, Марина. Давай, пятый раунд. Внешний лоу бросает Марина, и еще немножко разменялись на руках. Вот, вот и Анна заставила пойти назад Марину. В пятом-то раунде. Да-да, смотрите, начинает забирать территорию. Начинает создавать. И теперь
самой вперед. Ну, давайте тогда переворачивайте раунд. Да, это очень нужно, очень важно. Я предполагал, что так будет. Это в глубине души, да, потому что смотрел до этого поединки Мерчук и знаю, что в последних раундах уже сложновато с кондициями. А вот да, София... тут еще и пять. Да, Софиева здесь может как раз-таки форсаж включить. Я вот не помню, у Марины есть опыт пятираундовых боев до этого поединка? По-моему, был поединок титульный со Степанян. Да, в Гран-при. Но там, по-моему, не дошел всю дистанцию. Не дошло, да, до всех пяти. Да, мальчики, конечно, вот учитесь... как девочки функционально по 5 минут, 5 раундов в постоянном, как бы, в таком остром челноке работают. Так, вот пошел ответ от Софеевой. Молодцы. Здорово. И еще немножко подзарубились. Да, плотно пробивает Софеева навстречу. Ну, девчонки, да, обе, так понимаю, 5 раунд, надо все уже, вот что есть, вытаскивать, показывать. Рисковать. Ну, Ане приходится рисковать. Марине, я думаю, конечно, ни к чему. Вот, ну, поактивнее, да, можно, конечно, поработать. Бросает внешний лоу-кик, дергает корпусом. Вот сейчас Марина Мерчук просто вперед немножко. Начала активничать. Здорово. Хорошо, встретила, да, на него. Еще навстречу. Поджимает Мерчук, идет вперед, отбивается Анна. Да, вот шага, та шага, самая шага, работа. Шага, 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 шага. Работа на корпусе, сближение, и сразу же в голову стала попадать Марина Мерчук. Так, ну а где продолжение у Анны? Да, упустила вот этот момент, где можно было атаковать. Добей, Марину. Она вот вот. Она у сетки, все, ей деваться некуда. Внешний лоу бросает, да, в ответ в мидл. Как-то с ней, Марина. Вот так. Еще одна все серия. Ну, здесь уже через плот навстречу. Здорово. И колено навстречу бросает Софеева. Единственное, конечно, голову так опасно потянуло через низ. Вновь под ближнюю от Мерчук. Ответные действия от Софеевой. Продолжает она двигаться в этом челноке. Даже уже Мерчук не так идет вперед. Ох ты, хорошая комбо. Не отвлекайся на волосики, пожалуйста, Марина. Тут прям вот напрашивается вторая атака. Вот так! И еще двоечка. Волосы, волосы мешают, понятно. Поэтому девочке надо, да, вот прям вот такие вот тугие косички заплетать. Очень хорошо через нырки стало действовать, как будто то, что нужно было... Но через нырки опасно. Тут можно с ноги поймать. Вынырнуть и прилетит, да? Поэтому, да, тут вот поэтому, говорю, блин, бокс и кик тут... В кикбоксе не всегда покажет красоту, которую можно показать в боксе. Ох ты, цепляется сейчас правой рукой Анна Софеева. Еще одну еще серию туда бросает. Ох ты! Продолжай, Супермен! Просто блистательная! Классная концовка! Молодцы, вот просто. Аплодируем стоя. Да, фантастический бой. Мы получили, по-моему, нескрываемое удовольствие. Да, нет такого там. Умирают там, там держатся, клинчуются. Вот, пожалуйста, мальчики, равняйтесь. Да, там даже равных не было. Официальное решение близких раундов. Да, именно хочется послушать, что скажет Александр Загорский, именно как распределялись оценки по раундам. Будет ли там вот какой-то, будет ли что-то гулять? Да, я думаю, ничего там гулять не должно. Все четко, в строю должно быть. Ну, очевидно, да, что легко Марине не было, но, тем не менее, она все равно нет, нет, Анна работала. Молодец. Она и создавала тоже угрозу. Непростая девочка, терпеливая. С ног тяжело бьет, между прочим. В отличие от Марины, она с ног тяжелее бьет. Да, Марина хорошо работает лоу-киком. Ну, вы посмотрите на лицо сейчас Марины с одной стороны. Да, да, да. И вот Анны. Разница-то есть. Анна-то так почище будет. Если не знать, как протекал этот бой, и сказать, кто из них победил. Кто из них победил, скажет, ну, конечно, она чище. Ну, вот, пожалуйста. Кому же достанется пояс? Ну, тут уже... по-дружески обсуждают все перипетии поединка, ну, никакого уважение, негатива. Да, да, как и уважение, чисто спортивный интерес, чисто спортивная конкуренция, не более того. Итак, дамы и господа, мы просто обязаны искупать в аплодисментах
этих девушек. Итак, по завершении главного события вечера, титульного поединка, обратимся к судейским запискам. Первый судья, 48-47, Мирчук. Второй судья, 48-47, Софеева. И третий судья, 48-47. Таким образом, раздельным решением судей одержала победу и стала чемпионкой бойцовской лиги «Наше дело» в женском минимальном весе Анна Шакеева! Два нокдауна, Аня! Я первым номером работала всю дистанцию! Я чисто снова херачу! Подождите, я херачу на тренировке, я не живу этим! А вы отнимаете мою победу! Марин, это судейское решение, это не мы, раздельным решением будет! Марина лучше, ты чем? Марин! Я живу, это представь! Анна, просим тебя на середину. Анна, бой раздельным решением судьи отдали тебе. Поздравляем тебя с победой. Поделись своими эмоциями по этому поводу. Я всех приветствую первоначально. Бой был непростой. Правда, это был тяжелый бой для меня. Я готовилась на всю дистанцию, мы так ее и прошли. Я... надеялась, что я выиграла, честно, когда объявляли результат. Ну, и вы видели мои эмоции, это, конечно, блин, это было очень тяжело просто говорить, когда другая сторона так... Анна, бой раздельным решением отдали. Значит, судьи также считают, что бой был очень равным. Еще раз подчеркну, что решение судейское по бою принимается коллегией судейской. В данном бою бой был достаточно конкурентный, ровный. Я, честно сказать, по раундам тоже считал, что там очень все ровно по этому поводу, как зритель. Сейчас, на данный момент, могу только тебя поздравить, сказать, что это достойный бой. 5 раундов по 5 минут не каждый мужчина могут выдержать. Спасибо большое, спасибо всех, кто присутствовал, кто смотрит. Вам большое спасибо за возможность. Все, я пойду, пожалуйста. Поздравляем тебя с победой. Спасибо. Бой высококонкурентный, 5 раундов. Именно пояс стоял на кону. Еще раз подчеркну. Мы благодарны обеим спортсменам за данное противостояние, что они дали. Но в любом, даже самом спорном поединке должен быть определен победитель. И это делают судьи. Ну что, Саш, поделись своими эмоциями по поводу данного противостояния. Если честно, я вот под эмоциями нахожусь. Во-первых, первое, это то, что, я думаю, каждый абсолютно человек, который здесь в зале, не сможет не проявить уважение этим двум прекрасным дамам, которые, ну, закатили здесь 5 раундов бескомпромиссной рубки. И я понимаю сторону проигравшую, их эмоции. Я прекрасно понимаю, что есть решение судейское, и не мы с Арменом его принимаем, почему-то каждый раз об этом люди говорят. Но кричать в адрес этих двух девочек такие грязные фразочки, ну, мне кажется, они этого не заслужили, потому что здесь они оставили столько здоровья за эти 25 минут. Так это вопросы, наверное, будем мы задавать к судьям. Честно, я сам в шоке от такого исхода событий. По мне, опять же, мое мнение, это просто мое мнение, наверное, я бы здесь видел прям четкую ничью и незамедлительный реванш. Марина проделала хорошую работу, так же, как и Анна. Это бой высококонкурентный. И еще раз, да, я считаю его конкурентом. Я считаю, что и судьи подтверждают, что раздельное решение по данному поединку, как одно из предложений, это формирование новой судейской бригады, нейтральной, еще одно, если есть какое-то недоверие. И организация реванш незамедлительно. Я думаю, это как
выход из данной ситуации вполне адекватный. Сказала, что пояс тяжелый, но я хочу тебя поздравить, что ты это ощутила, эту тяжесть. Да, тяжелая ноша, но радостная. Поделись эмоциями от боя и от того, что было после боя. Эмоции, конечно, великолепные, потому что это был, во-первых, тяжелый бой. Марина очень хорошая соперница, у нее хорошие удары. Вот, и мы бились обе, как в последний раз. Вот, это было раздельное решение, поэтому, естественно, когда раздельное решение, даже если ты уверен в своей победе, что тебе кажется, что ты забираешь раунды, когда раздельное решение, сердечко немножко, а вдруг в другую сторону. Поэтому, когда сказали мое имя, я не ожидала от себя, что я буду кричать, я думала, что я, ну, такая, типа, да, я выиграла, но в итоге я прям закричала от эмоций. Кстати, да. Вот после боя, как ты можешь прокомментировать группу поддержки Марины? Я понимаю людей, что они, естественно, болели за нее, они, естественно, ну, как бы, так же, наверное, как и с моей стороны, если выиграла она, то, наверное, моя бы сторона тоже бы расстроилась и тоже бы считали, что, как бы, это несправедливо. Но само поведение, ну, пусть это останется и на их совести. Это их эмоции, пусть это они идут с ними. Ну, не за дело. Как твое самочувствие, как твое настроение? Ну, настроение, понятное дело, не супер хэппи, да. Но поделись эмоциями. Ну, чувствую себя нормально, хорошо, несмотря на то, что вот лицо у меня такое нежное, можно сказать, чуть-чуть попадешь, уже синяк. В принципе, ну, конечно, я расстроена, я зла. Не знаю, на данный момент я просто анализирую бой. Я, моя команда, мы понимаем, не понимаем, вернее, почему победу отдали сопернице. Ну, мне надо двигаться дальше, у меня новые соперницы, я хочу еще более сильных соперниц проходить. Мы готовились 4 месяца усердно, я всю себя отдала. И я реально, я очень старалась. Я очень хотела победить. В первом раунде там мне тоже в глаз попали. Я вообще уже не видела. Ну, вот этим глазом я не видела. Я старалась работать, я старалась выполнять указания своей команды. Я не знаю, я живу этим. И когда, ну, для меня это несправедливо, отняли победу, я этого не понимаю. Здесь даже вопрос не в гонораре, а именно в победе, в моем рекорде, в моем шердоге, в моем пути, который я иду. Я хочу мировой уровень дойти. Я хочу быть лучшей. И для меня это, ну, безумно больно. Ну, поймут спортсмены, наверное, или люди, которым выкладываются полностью, живут, отдают каждой своей клеточке, своей жизни, своему пути. Ладно, извините. Ты на реванш не хотела бы согласиться? Это все решает моя команда. Но для меня лично интереснее будет драться еще с другими соперницами, потому что я хочу двигаться, я хочу расти. Мне нужны новые соперницы. Ну, по-другому никак расти. Если буду с одним и тем же соперником драться, ну, мне интересны новые соперники. Вот. Пишите в комментариях ваше мнение, кто победил, но я и мы все тебе желаем, чтобы ты не расстраивалась, не опускала руки, и вне зависимости от того, какое решение примет твоя команда и чем все это закончится, чтобы в дальнейшем ты стала чемпионкой и вспоминала эту ситуацию как, ну, просто один из поворотов судьбы, который ты достойно прошла и легко пережила. Спасибо тебе большое, Саша. Всем спасибо. Давай обратимся к людям, которые тебя поддерживали. Всем спасибо. Я чувствовала вашу поддержку, каждое ваше слово, каждую вашу энергию. Она давала для меня дополнительную мотивацию. Я реально очень старалась. Сделаю выводы, что выигрывать нужно всегда досрочно. Не нокдаунами, не решением, а именно досрочно. Делаем выводы, двигаемся дальше. Спасибо, что вы рядом со мной. Дайте, пожалуйста, 3 наставления девушкам, которые в бои пришли недавно. Но правило номер 1 – не будьте номером 2, ставьте цели, как бы добивайтесь их. И, соответственно, как бы должна в первую очередь быть мотивация. Для чего вы пошли? Ставьте цели и вперед, двигайтесь. А еще 2 совета. Это был первый. Дисциплина. Наверное, дисциплиной можно все и подытожить. Потому что дисциплина, она не только там в тренировочном процессе. Это и дисциплина сна, это и дисциплина питания. Поэтому дисциплина. Результат не заставит ждать.
Друзья, как всегда, наше дело показывает максимально конкурентные яркие поединки. А чтобы всегда оставаться с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. Уже в следующем выпуске вы увидите противостояние Алексея Сушиста и Али Хайбати, а также возвращение в клетку Хусейна Адамова. Это наше дело. До новых встреч!